Спасибо за аплодисменты, друзья. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, телезрители. Вас приветствует программа «Черное зеркало» и я, ее ведущий, Евгений Киселев. Как всегда, мне помогает мой коллега, ведущий ежедневных подробностей, Алексей Лихман. Вот вы знаете, Алексей, я вот думал сегодня, с чего начать программу, и у меня какие-то интонации из книги Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка» почему-то крутились в голове. Знаете, вот помните первые строки? «Убили, значит, Фердинанда-то нашего». Вот мне так и хочется такой гашековской интонацией сказать. «Не сформировали, значит, опять коалицию-то нашу? Не разрешили опять, значит, кризис наш?» Ну, понимаете, ведь шутки шутками, а я напомню, мы в этой студии неделю назад, не совсем в этом составе, но в присутствии некоторых из сегодняшних гостей, обсуждали вопрос о том, удастся ли не позже 29 марта урегулировать политический кризис. Именно этот срок назвал президент Порошенко, причем понятно, почему он назвал именно этот срок, потому что 30-го он улетал в Америку, и ему было важно прилететь туда, имея на руках сформированную коалицию, кандидатуру премьера, а глядишь, при хорошем раскладе уже премьер-министра, за которого бы проголосовало большинство. Но в итоге задание президента было провалено, президент улетел в Америку, не имея всех этих активов у себя в багаже. И, собственно говоря, как его там встретили, это отдельная тема. Мы сегодня обязательно об этом поговорим. Я просто хочу напомнить, что сегодня Порошенко уже завершает визит в Соединенные Штаты и летит дальше, в Японию. И об этом мы тоже сегодня отдельно поговорим с нашим специальным корреспондентом, собственным корреспондентом в Вашингтоне Тихоном Зятко. Он выйдет с нами на связь. Ну вот, извините, срочная новость. Только что мне коллеги передают, что представитель президента заявил, что если не будет сформирована новая коалиция, президент не вернется из своей поездки в Киев до тех пор, пока коалиция не будет сформирована. 1 апреля. 1 апреля. Вот не проведешь вас, вот не проведешь вас. Какая страна, такие новости. А я думал, что кто-нибудь сейчас серьезно начнет это сообщение комментировать. Нет, там на Микине вас не проведешь. Спасибо, спасибо, друзья. Но, тем не менее, шутки в сторону. Я вам говорил. Не, про состав правительства была более веселая новость сегодня. Я вам говорил, давайте менее стреляных воробьев. Ну, хорошо, хорошо. А, кстати, уж раз давайте немножечко там улыбнемся. А какие самые сегодня смешные приколы были в политических кругах? Кто-нибудь может рассказать? Кого развели-то на 1 апреля? А посмотрите вокруг, и не надо... Не надо как, у нас Верховная Рада, это главный служил, ходячий прикол, смеется. Ничего нас... другого не надо. Да, Александр. Я имею в виду, что у нас 1 апреля каждый день. Так это же здорово. Ну да. Рада. Улыбайтесь, господа. Веселиться и улыбаться, помните, конечно, в том самом Мюнхгаузе? Не улыбайтесь, господа. А знаете, шутки некоторых народных депутатов, которые сегодня обманывали страну новыми составами коалиции, фамилиями новых премьеров, они всем показались из присутствующих действительно смешными в наше время? Можно? Да, конечно, Николай. Знаете, вот 1 апреля, это такое, ну, достаточно много лет, начиная с 73 года, это в Одессе было, ну, вот почти как такой национальный праздник одесситов, потому что это одесская придумка. Весь мир называет этот день днем дурака, большинство. Мы называем днем смеха, так толерантно. А действительно, вот в этом году, мне Николай, кажется, особенно... А к раде это применимо или нет? Что? День дурака, к раде применимо или нет? Вы знаете, нужно быть самокритичным, посмотреть на себя. Если чувство юмора определяется, если ты можешь подшутить над самим собой, а не подставить кнопку соседу и посмеяться над этим... Вот если посмотреть на то, что происходило эту неделю, то действительно вроде и смешно, так и грустно. Вот даже можно вот по частям там начать там, с воскресенья понедельника. Произошли выборы в Кривом Роге. 75 на 10. После там таких больших шумовых эффектов, там фальсификаций и так далее. Что у нас говорят? Вот насколько у нас, знаете, вот...
такое лицемерие подменяет юмор или наоборот? Противоположная проигравшая сторона говорит, фальсификации, страшные фальсификации, скупка, там еще что-то. Начинается неделя, говорят. Вот еще недавно совсем, когда внефракционный депутат переходил в провластную фракцию, это называлось тушкованием. А сегодня это называется ответственностью за судьбу страны. Или там с кнопкодавством. Еще недавно это называлось кнопкодавством. А теперь это называется ответственной работой в сессионном зале. И вот для меня финалом вот сегодня, в конце дня, выступает группа еврооптимистов. И говорит, что закон, который мы приняли в отношении спецконфискации, это антинародный и так далее. Хотя еще неделю назад все говорили о том, или там две недели назад, какой это важный закон, какой это европейский закон. Неправда. Вот в Одессе все новости сейчас вокруг Одессы. Это вот, точно неправда. И уже как бы господина Саакашвили начинают провожать с его губернаторского поста, все начинают пытаться так пнуть эту команду. Действительно, когда мы говорили о том, что Украина должны управлять украинцы, никто этого не слушал. Зато теперь все говорят, что посмотрите, что они наделали, как это плохо и так далее. Посмотрите, что творится с прокуратурой. Юмор, когда генеральный прокурор за час до своего ухода с поста меняет областного прокурора, не надо быть никакого не надо 1 апреля. Это просто настоящий... Вот в каждом шаге театр абсурда. И коалиция, это вот действительно люди уже, я думаю, что за эту неделю, вот прошлую неделю вы начали передачу в отношении того, что сериал затянулся, что вот рейтинги подходят или не подходят, значит, тогда люди будут смотреть сериал или нет. Вот мне интересно спросить вот у коллег, вот как бы сериал, он рейтинговый или нет? Потому что я думаю, что те люди, которые сидят по другую сторону экрана, они действительно считают нас за малоумных, и я думаю, они очень близки к истине. Я всегда удивлял вас очень. Лучше новые начинайте, да. Этот уже надоел. Нет, погодите. Что меня всегда удивляло в Николае, это умение объять необъятное. Ну хорошо, но тем не менее, начать с кривого рога, закончить коалицией, проклять по ходу сказать. Да. Потому что это смешно. Задел, я скажу так, политкорректно выражусь, задел интересы как минимум трех здесь присутствующих. Мы теперь даже теряемся, кому давать первую очередь. Давайте начнем с Ирины. Я хочу відреагувати своєму колезі і згадати історію. Історію, коли під час попередніх скликань в парламенті саме представники от такої фракції, або попередні регіонали займалися скупкою народних депутатів. А саме? Саме за ваших термінів було започатковано слово тушкування, коли ви скуповували депутатів з інших фракцій. Я позафракційний народний депутат, який взяв на себе зобов'язання, який прийняв для себе рішення і взяв на себе в тому числі відповідальність за завтрашній день. Не тільки за цей день, який сьогодні, а й за завтрашній день. По якому списку ви в парламент зайшли? Я готова її нести, на відміну від тих колег, які півтора роки тому кричали, що ми маємо об'єднуватися. Ірина, минутку. Раз уж ви почали вспоминати історію, давайте будемо вспоминати історію ми. Несколько років назад ви були одним із тих, хто активно критикував не тільки тушек і клеймив їх позором, але й перебіжчиків. Є таке поняття. Перебіжчики між фракціями. Ви себе перебіжчицею не вважаєте? Давайте напомнимо зрителям, в списках чиєї партії ви пройшли в парламент. Ну, напоминайте. Я пройшла по списках самопомощи, була номером 6. І давайте отдельно отметим, що ви не були, ви пройшли не по одномандатному округу, ви пройшли іменно по списку. Ви вважаєте етичним, зараз знаходитися в другій фракції? Ірина, я так поняла вопрос. Я була виключена за принципову позицію по голосуванню, з якою фракція самопоміч мене навіть не ознайомила, тому що не запрошувала на засідання фракції. Оскільки, коли ми йшли списком, у нас говорилось про те, що ми базуємося на демократичних принципах, що у нас спільно будуть ухвалюватися рішення, що, в принципі, депутати мають право голосувати так, як вони вважають за необхідне. Але хочу зазначити, що напередодні Нового року Держбюджет 2015, який був визнаний геноцидним, антисоціальним і антинародним, який скасовував купу соціальних пільг, були надані ключові голоси саме фракцією «Самопоміч». 12 голосів не дало голоси. Тоді я голосувала проти. Ірина, всі пам'ятають ту історію. Подождіть, я хочу уточнити. Я хочу нагадати, ти була виключена за те, що проголосувала за призначення.
посещение Шокина генеральным прокурором. Татьяна, Татьяна, разрешите мне продолжать программу? Извините, я дам вам слово немного позже. Ира, я хочу уточнить. Вы по идейным соображениям вышли из фракции, которая вас привела в парламент. Вы имеете право. Подождите. Но вы перестали. Давайте так. Вы перестали быть членом фракции. По спискам которой, в общем, партии, по спискам которой вы прошли парламент. Минутку. Вы вошли во фракцию, которая неделю назад исключила из своих рядов двух членов, которые также по идейным соображениям просто не захотели быть ее членами. Да? Нет, в чем между вами разница? Чем вы лучше и почему Фирсов и Томенко вышвырнуты на улицу, вы все члены БПП потом ответят, а вы, в принципе, такой же депутат, как и они, пополнили ряды этой фракции. Я не могу понять, в чем разница между вами. На підставі заяв, які вони написали про вихід з фракції. Я хочу нагадати, що... Ну, вас спасло, получается, только то, что вы не написали подобное заявление, вы схитрили и остались народным депутатом. Олексій, якщо ви мені дасте пояснити, я поясню. Якщо ви хочете за мене відповісти, то будь ласка. Об'ясняйте. Я була виключена з фракції самопомочі, за рішенням фракції самопомочі. Перше, ось чому різниця. Була виключена за голосування за генерального прокурора, за якого, до речі, проголосувала конституційна більшість в парламенті, в тому числі Сергій Лещенко, який напередодні написав про те, що я готовий підтримати генерального прокурора, бо він має попередню гарну історію, розслідування і так далі. Для мене це було дуже важливим, що така людина авторитетна, як Сергій Лещенко, який проводив дуже багато розслідувань, підтримав Шокіна як кандидата на посаду генпрокурора. Я зробила свій вибір. Я зробила свій вибір. Я проголосувала. За що мене авторитарна фракція вибрала? Ира, извините, но я вас немного Секундочку, вопрос. Не о том я говорил. Я была позафракционным народным депутатом. А почему вас не исключили из состава депутатов? Вот Томенко и Фирсов исключили. Потому что есть 81-я статья Конституции Украины. Да. Друзья, позвольте мне небольшую такую ясность, для того, чтобы всем было понятно и снять все вопросы и крючки, которые могут возникнуть. Есть 81-я статья Конституции Украины, которая черным по белому гласит, что если депутат, который стал и получил мандат, стал членом парламента, вошел в состав парламента по спискам политической партии, он обязан быть членом этой фракции. Поэтому если вы приняли самостоятельно, из другой фракции. Если он самостоятельно, по собственному желанию, выходит из рядов этой фракции, то это означает, что его депутатские полномочия прекращаются. Сам самостоятельно по собственному есть именно такая формулировка. Я хочу а вот если выключен из фракции, то нельзя лишить мандата. Данная формулировка с этим согласны, прописывалась как юрист, в 2004 Сергей. Году, когда вносились изменения в Конституцию Украины после Помаранчевой революции. Понятно. Наши коллеги Фирсов и Николай Томенко, и, кстати, я, пользуясь случаем, коллеги, действительно хочу сказать, и мне неприятно и больно об этом говорить, ровно неделю назад, вот сидя вот на этом стуле, где сейчас Сергей сидит, я... Ну, действительно, эмоции были, зашкаливали, и каким-то образом, наверное, некорректно в отношении своего друга Николая Томенко высказался, о чем я сожалею. Очень некорректно, я напомню. Действительно, да. Сожалею, потому что я и тогда сказал, и сейчас повторяю, я уважаю этого человека, Максим, за то, что он имеет понятно, свою позицию. Да, принесете извинения но он, лично, неважно. Максим, объясните, пожалуйста, почему так поспешно ЦИК поспешил отобрать мандаты именно у ваших депутатов? Который, согласно 81-й статье Конституции Украины, тянет за собой Максим, я перестану вам давать слово, если вы не будете отвечать на наши с Евгением вопросы. Я хотел просто закончить. Извиняться перед Томенко вы будете лично, если это ваш друг. Да, я ему звоню. А почему ЦИК так быстро поспешила отобрать мандаты именно у Томенко и Фирсова? А, например, уже несколько месяцев затягивает вопрос с перебежчиком от радикальной партии, не помню эту фамилию. Мне неизвестно, есть ли решение съезда радикальной партии, есть ли решение съезда радикальной партии о том, чтобы прекратить его депутатские полномочия. А давайте спросим у Юрия Чижмаря, есть ли это решение и как долго они ждут этого подобных действий от ЦИКа. Так, Юрій. Ми одразу ж після того, як він вийшов з Верховної Ради, ну, із фракції Верховної Ради, оголосив цю заяву, ми прийняли рішення на з'їзді про те, щоб його виключити із складу депутатів, подали відповідні документи в ЦВК, ЦВК нам відмовило. Але коли це було? Це було ще в вересні місяці. Тобто, в сентябрі місяця минулого року. А ви подали в ЦВК заявлення, коли в ЦИК? Насколько я знаю, решение. Партія подавала після з'їзду. Ну, у вас це зайняло кілька днів, я напомню. Окрім того, ну, там взагалі детективна історія, тому що він зголосив заяву з трибуни Верховної Ради, її, в принципі, підтримав Гройсман, опублікували, потім вона зникла з сайту, потім він знову появився членом фракції, тепер він знову випав членом фракції на сайті Верховної Ради, тобто там такі маніпуляції неймовірні. І на сьогоднішній день знову ж таки зголошують, що він не виходив з складу нашої фракції. Тобто я так розумію, що сьогодні, коли йде збирання по крупицям оцінки
коаліції і всіх мажоритарників, всіх тушок підтягують в блок БПП або фронт змін для того, щоб сформувати тільки на базі цих двох партій 226 голосів, то оця маніпуляція відбувається. Фірсові, Томенко вони б ніколи не війшли, тому їм терміново треба було їх виключити і ввести нових, котрі обов'язково увійдуть. А Вітко пообіцяв увійти у ці фракції, і тому, відповідно, по ньому рішення не приймається. Тому я за те, щоб 81 стаття Конституції виконувалася, але вона повинна виконуватись до всіх в рівній мірі, а не виключно тому, що політична доцільність є сьогодні. Спасибо, Юрій, за роз'яснення. Можна правильно оформляти документи. Простіть, пожалуйста, видел все поднятые руки, но у нас сейчас сеанс связи с Вашингтоном, я напомню. Что наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, Тихон Зитков, сейчас с нами на связи. И, пожалуйста, имейте в виду, что может быть небольшая задержка по звуку. Тихон, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что можно сейчас вкратце сказать об итогах пребывания президента Украины Порошенко в Вашингтоне? Ну, сейчас все ожидают, что буквально через 2 часа начнется его финальный брифинг, но действительно итоги можно подводить. Итоги, я бы сказал, такие двойственные, потому что с одной стороны, если говорить по форме, все очень красиво. Петр Порошенко здесь встретился со всеми, даже с президентом Обамой, с которым встреча не была запланирована. Помимо Обамы, это вице-президент Джо Байден, это госсекретарь США Джон Керри, это министр торговли. И звучало очень много обещаний. Выделение очередной помощи на военный бюджет, выделение очередной транша, возможность выделения очередного... Зависит от того, где ты сидишь. Так, извините, столом, но моя практика работы в подробностях на этой неделе показывает, что достаточно нескольких секунд, и связь восстановится с Вашингтоном. Мы просто ежедневно общались и с Тихоном, и с Дмитрием Ановченко. Они нам передавали последние новости о ходе визита президента в Вашингтон. Давайте попросим режиссеров, не восстанавливается пока, не поднимается связь. Но это не мудрено, все-таки с океаном включаемся. Ну, давайте тогда немного позже вернемся. Ну, хорошо, наверное, давайте вернемся к разговору с нашим корреспондентом в Америке. А, нет, кажется, восстановилась связь. Есть, Тихон. Да, Тихон, мы слушаем. Тихон, слышите нас? Вы буквально на полусловие оборвались. Да-да-да, я вас слышу. Да. Так что там с обещаниями? Что конкретно обещают Украине? Тихон? Хорошо, давайте я попробую повторить суть. Украине обещают очередной миллиард от Соединенных Штатов, обещают 335 миллионов на военной помощи. Однако нужно понимать, что за всеми этими обещаниями стоит одно условие, которое стоит уже последние несколько месяцев. И ни Соединенные Штаты, ни МВФ в обещании следующего транша с этого условия не сходят. Условие это заключается в следующем. Мы, Соединенные Штаты или Международный валютный фонд, не понимаем, с кем мы можем разговаривать. Мы не понимаем, кто стоит, кто сидит по ту сторону переговорного стола. И пока ясности не появится, не будет никакой помощи, не будет никаких кредитов и никаких траншей. Что интересно, поскольку я нахожусь здесь и наблюдаю последние месяцы за тем, как это условие все выдвигается, выдвигается и выдвигается, нужно сказать, что в этот раз оно выдвигается еще более настойчиво. Эта настойчивость меняется от недели к неделе, потому что в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в политическом истеблишменте здесь складывается ощущение, что несмотря на все заверения, несмотря на все обещания, несмотря на все убеждения, что это условие будет выполнено, ничего, по сути, не меняется, и ситуация остается на том же месте. Скажите, пожалуйста, Тихон, а вот встреча с Обамой, которая не стояла в графике, которая появилась в последний момент, как я понимаю, это была протокольная встреча, что называется, короткий разговор рукопожатия, фото на память, или она была достаточно продолжительной, там были содержательные переговоры? Тихон. Не, ну там были содержательные переговоры, потому что там прозвучали содержательные обещания. Если бы это была встреча исключительно кулуарная, которая заключалась бы в том, что и после которой, например, мы бы услышали, что президент Барак Обама опять выразил поддержку Украине, украинскому народу и так далее, и так далее, и так далее, то это было бы одно. Здесь же звучали конкретные вещи, связанные с Донбассом, связанные с Крымом и связанные с выделением очередной финансовой помощи Украине. Однако, опять же, и здесь на всех уровнях, на которых президент Порошенко здесь разговаривал, не уставали и не устают повторять, что все это произойдет только в том случае, если те условия, которые ставят и международные организации, и Вашингтон, Киеву, не будут выполнены. Ничего этого не будет в обозримом будущем. Тихон, у нас один из присутствующих в студии, народный депутат Сергей Власенко, хотел бы тоже задать вам вопрос. Сергей. А у меня простое питание. А скажите, если можно на русском. А где эта знаменательная встреча произошла?
Потому что если это протокольная встреча, она происходит либо в овальном кабинете в Белом доме, либо в одном из помещений Белого дома. В данном случае был обычный хендшейк где-то в коридорах и короткий обмен двумя фразами. На дипломатическом языке Евгений Алексеевич правильно абсолютно задал вопрос. Это был обычный хендшейк, это не была встреча. Встреча – это то, что запланировано, запротоколировано и так далее. Это не так. Я вопрос задал. Во время саммита происходит Владимир, масса. Владимир, давайте тихо ответить, дорогая связь, а потом вы поспорите. Смотрите, я понял ваш вопрос, позвольте мне ответить. Конечно. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, была эта встреча каким-то большим достижением президента Порошенко или не была она большим достижением президента Порошенко. Факт заключается в том, что эта встреча была, хотя заранее запланировано ее не было. А где и она вначале, была? И, собственно, так и начинался этот визит. Начинался он следующим образом, что первое выступление Петра Порошенко состоялось в Конгрессе, но не в зале заседания Конгресса. Оно состоялось даже не перед конгрессменами, что вызывало здесь у большого количества людей большое количество вопросов, что прилетает президент, его встречают далеко не на высшем уровне. И единственная встреча, которая запланирована, это встреча с вице-президентом Байденом, с которым встреч за последние месяцы, за последние два года с момента революции было множество и в Киеве, и не в Киеве. Однако, тем не менее, эта встреча с Обамой произошла, и это факт. И можно здесь спорить о том, был это хендшейк, было это не в овальном кабинете и не в Белом доме, а там, где проходит саммит по ядерной безопасности, но факт остается фактом, что встреча произошла, что на встрече прозвучали определенные обещания, определенные заверения, но, и опять же, я повторю это в четвертый раз, эти заверения связаны с теми самыми условиями, которые в Соединенных Штатах на всех уровнях, не только на уровне Белого дома, не только на уровне Госдепартамента, но и на уровне американской прессы, например, которая внимательно следит за происходящим, высказываются и с каждым месяцем все настойчивее и настойчивее. Требования и условия эти заключаются в следующем. Не будет реформ, не будет ясности с правительством и с происходящим в украинской политике, не будет и никакой помощи. Ни финансовой, ни какой бы то ни было еще. Тихон, у меня вот какой вопрос. Очень много разговоров сегодня в Киеве, очень много публикаций в благосфере на эту тему вызвала вчерашняя статья в газете «Нью-Йорк Таймс», которая называется, ну, если, наверное, так правильно, адекватно переводить, что коррупция в Украине не сдается. Вот уже звучат голоса, что, ну, знаете, эта статья опубликована на полосе комментариев и мнений, там чего только на этих полосах не печатают. Вот на самом деле, как вы оцениваете эту публикацию? Мне кажется, что несмотря на то, что это действительно опубликовано на статье комментариев и мнений, не стоит эту публикацию недооценивать. Во-первых, это публикация не какого-то, знаете, блогера-самоучки или журналиста-самоучки, который решил опубликовать свое мнение в газете «Нью-Йорк Таймс». Это мнение редакции, это редакционная колонка, которая ровно таким образом и подписана. Во-вторых, это газета «Нью-Йорк Таймс», опять же, одна из самых авторитетных американских газет, одно из самых авторитетных американских изданий, которое пристально... Одно из немногих американских изданий, которое пристально следит за ситуацией в Украине, за процессом реформ или за процессом неудачи в этих реформах. Ну и, наконец, на это, мне кажется, стоит обратить внимание хотя бы по формулировкам. Потому что одна формулировка про то, что невозможно, я сейчас не помню точно цитаты, если ничего не будет меняться, то мы лопатой будем закидывать деньги в коррупционное болото. Согласитесь, это довольно жесткая формулировка, и довольно однозначная, и довольно конкретная. И когда подобные слова появляются в газете «Нью-Йорк Таймс», на страницах которой в этой самой рубрике печатаются президенты и главы государств, конечно, к этому нужно относиться серьезно. Потому что публикация эта не возникла из воздуха. Публикация эта отражает те самые настроения, которые здесь, в Вашингтоне, существуют уже на протяжении последних месяцев. По сути, это повторяет, например, слова президента Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая в начале февраля выпустила, опять же, беспрецедентно жесткое заявление, суть которого заключалась в том: друзья, мы очень хотим вам помогать, но пока вы не разберетесь с тем, что у вас там происходит, мы вам помогать не сможем. Затем во вторую годовщину аннексии Крыма Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по международным делам, повторила эту же мысль, которая заключается в том, что ни МВФ, ни Соединенные Штаты Америки не в состоянии помочь Украине, пока Украина не разберется в политическом кризисе и не скажет: вот эти люди, с которыми вы можете вести переговоры, и Вашингтон или МВФ скажут: вот, мы теперь в них уверены, и мы можем им выделять средства. Ровно это
настроение американского политического истеблишмента и настроение международных организаций выражают журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» в редакционной, еще раз повторю, статье, не в статье какого-то неизвестного никому журналиста, а в редакционной статье самой, пожалуй, влиятельной газеты Америки. Спасибо, Тихон. Я напомню, что на связи с нами из Вашингтона был наш собственный корреспондент в Америке Тихон Дзетко. Мы прощаемся с ним, возвращаемся в студию, чтобы продолжить разговор про то, что у нас здесь происходит. Но все-таки я бы вот эту, на мой взгляд, центральную мысль еще раз повторил. Это действительно редакционная статья. Мне бы хотелось там не навязывать свою оценку, а послушать мнение человека, который там, как говорится, в поле работает в Америке. Действительно, на полосах комментариев и мнений и «Вашингтон-Пост», и «Нью-Йорк Таймс», и «Уолл Стрит Джорнал», и других газет очень часто бывают публикации за подписью там политиков, политологов, колумнистов той или иной газеты. И обязательно внизу приписочка такая есть, что мнения, публикуемые на наших полосах, не обязательно соответствуют позиции газеты, позиции редакционной коллегии. А вот бывают исключения, когда статья публикуется за подписью редколлегии данной конкретной газеты, в данном случае «Нью-Йорк Таймс». И на мой взгляд, вот здесь есть одна очень жесткая формулировка, которую надо услышать. Я просто с листа перевожу. Господин Порошенко, или там президент Порошенко, как кажется, согласился с коррупцией как ценой, которую нужно заплатить за возможность осуществлять политическое маневрирование. Но и президент, и премьер-министр, и парламент Украины должны понять, точнее, мы их должны заставить понять, что и Международный валютный фонд, и страны, которые оказывают финансовую помощь Украине, включая США, не могут продолжать лопатой кидать, вот то, что говорил Тихон, лопатой кидать в коррупционное болото деньги до тех пор, пока власти Украины не начнут формировать действительно демократическое правительство. Правительство в широком смысле этого слова. Надеюсь, эти слова будут услышаны, что не только обида на редколлегию «Нью-Йорк Таймс» будет единственной реакцией. Алекс, вы что-то хотели сказать? Ну, я, честно говоря, удивлен, потому как, в принципе, эта статья в «Нью-Йорк Таймс», она нам Америку не открыла. То, что у нас коррупция везде, мы это все знали, как бы ничего здесь абсолютно нового нет. Я, честно говоря, удивлен вот возмущению такому народному, особенно в Фейсбуке. Вот, смотрите, американцы напечатали такую статью. На самом деле воровство везде, тотальное, глубокое, никто с ним не борется, никто не переживает. Мы с вами вот полчаса тут обсуждаем переход тушек с одной фракции во вторую. Ну, честно говоря, всем наплевать, кто перешел с какой фракции в какую, вот честно. Это вы от имени бизнеса говорите, я в Украине. Честно говоря, бизнесу, с реального бизнеса, с аграрного сектора. Да наплевать, кто перешел с какой фракции в какую. И почему перешел, тоже непонятно, и зачем. Потому что на сегодняшний день мы выживаем. Мы просто выживаем. Если подождите, секундочку. А вот я, на самом деле, тут давеча ехал в машине, слушал радио, а по радио мне говорят, что, оказывается, Минфин прогнозирует 3% рост ВВП. Я как раз... В следующем году, да. Но я, тем не менее, вас позвал в том числе... Я тоже прогнозирую в 2025 году рост ВВП 7%. Я думаю, что он будет... О будущем году же наверное, когда-то. Я как раз думаю, может, за счет аграрного сектора. А вообще, как бы, от аграрного сектора скажу, что у нас проблема не с тушками. Потому что, ну, тушек и полутушек мы производим достаточно. У нас проблема с баранами. Вот, мы их недостаточно производим. У нас квоту с Европой не можем выполнить по баранам. Я предлагаю вообще переименовать, вот, формулировки поменять немножко. С тушками у нас все хорошее. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что мы не о том говорим. Потому что на самом деле бизнес на сегодняшний день абсолютно не развивается. Откуда возьмутся 3%, 5%, 7%, если вся финансовая система... Вы же, наверное, первый, который будет кричать о том, что коррупция должна и уйти и из аграрного бизнеса, чиновники не должны его доить, потому что они сильно коррупционные. Но при этом вы готовы закрывать глаза на коррупцию политическую.
Вас это не смущает? Вы знаете, меня много чего в этой жизни смущает. Но я вот смотрю, допустим, с тем темпом, который последние там полгода, год принимаются законопроекты. Вот возьмем конкретно налоговый кодекс, да? Приняли мы его последнюю ночь. По пихах там что-то принимали. Приняли с ошибками. Приняли непонятно что. Сейчас 3 месяца живем в непонятных условиях. Ну, я уже не говорю о том, что КВЭДы перепутали. То есть взять, принять налоговый кодекс, принять КВЭДы, прописать их 2005 года, которые не существуют больше. И мы 3 месяца живем и думаем, господи, а как же работать? И вся страна, то есть 40 тысяч фермеров, работают незаконно. На местном уровне мы там договорились между собой. Говорим, что, ребят, ну, налоговая, прокуратура, давайте как-то жить вместе, давайте договариваться, да? И все думают, це вони, це в Києві, це негодяї, там всі партії. Максим Куряча, все... а що ви так вот сочувственно киваєте, ну, і показуєте клас? Я абсолютно вашого голоса за бюджет нет? Просто из-за этих вы за бюджет слов, голосовали? Из-за таких слов. Вы за бюджет голосовали? Против правительства Яценюка. Вы за бюджет именно голосовали? Поэтому я говорю, что он должен уйти. Максим Куряча голосовал за бюджет голосовал или нет? Голосовал за бюджет, потому что плохой бюджет. Так что вы сочувственно киваете? Это все равно лучше, чем никакого бюджета. Так что вы сочувственно киваете? Не, ну на данном этапе у нас такой статус-кво. Он говорит не за бюджет, он говорит за изменение налоговых кодекс, которые нам подсунуло правительство вместо налоговой реформы. А на самом деле, у нас же оно не срабатывает. То есть реально весь аграрный сектор можно сегодня посадить в тюрьму, потому что КВЭДы неправильные, их приняло неправильно правительство, подписал президент и не поменяли. Извините, пожалуйста, не все понимают, что такое КВЭДы. Ну, это коды хозяйственной деятельности, там, да, по которым как бы распределили деятельность, да, то есть, ну, а их нет больше. Хорошо, спасибо. Вы знаете, я не хотел бы сейчас слишком глубоко уходить, вот, мы говорили, на самом деле, до включения нашего вашингтонского корреспондента, я хочу вернуться к той теме, вот по поводу исключения людей из фракции или, наоборот, вступления людей в фракции. Я так понял, что у Сергея Власенка была своя трактовка этой ситуации. Я бы хотел, до речи, объединять эти две темы. Меня дуже дивує, что коллега не бачить зв'язку між тим, що відбувається в парламенті, і тим, що відбувається в сільськогосподарському бізнесі. На жаль, от із-за таких, знаєте, абсолютно зрозумілих переходів, абсолютно корупційних речей в парламенті, ми саме тому, що у нас це відбувається в парламенті, ми отримуємо недолуге законодавство, ми отримуємо абсолютно недолугу політику уряду, яка відбувається. Розумієте? Тому що от такі нові обличчя в парламенті, от Іра Суслова – нове обличчя в парламенті. І вона вже за рік встигла побувати, прийти в парламент фракції «Самопоміч», потім побувати позафракційною, тепер зі зрозумілих для мене особисто мотивів перейти в фракцію БПП. І саме тому у нас такі закони. Саме тому ми не дискутуємо про те, як повинна держава розвиватися, а дискутуємо про те, хто повинен бути прем'єр-міністром. Представник БПП чи представник Народного фронту? Совершенно. На жаль, саме тому, що ми підміняємо основні поняття, ми говоримо не про те, що треба. Давайте говорити про цінності. Нам кажуть, Батьківщина висунула 5 популістських вимог. Та нема питань, 5 популістських. Тоді йдіть і працюйте, як працював Арсеній Петрович, щоб пан Лисица вам через 3-4 місяці прийшов до вас з вилами, бо він працювати не зможе. А чи можете з вилами? З вилами прийти? Бо він працювати не зможе. Це Ляшко у нас з вилами. Тому давайте обговорювати ідеологічні речі. Ідеологічні. Не те, що... А можна пане Сергій запитати, а яка, от з позиції якої ідеології ви пропонуєте обговорювати ці речі? Просто цікаво. Що вас цікавить? Ні, ви сказали, з ідеологічних позицій обговорюєте. З позиції якої ідеології, поясніть, будь ласка. Вас цікавить класифікація ідеології? Ні, ваша, от ви кажете, з ідеологічних позицій. Ваша позиція ідеологічна яка? З якої ідеологічної позиції? Ідеологічна позиція партії «Батьківщина» – правоцентристська. Вам треба пояснення, я буду це робити. От бачите, бачите реакцію людини. Я буду це робити. Але я говорю про інше. Я говорю про те, колеги, я говорю про інше. Я говорю про те, що ми повинні поставити українську політику з голови на ноги. Ми повинні припинити обговорювати, хто буде прем'єр-міністром. Давайте спочатку обговоримо, що ми будемо робити, а потім під це Сергію, що шукати прем'єр-міністра. Ваша фракція була проти Арсенія Яценюка на посаді прем'єра. Була чи ні? Наша фракція була не проти Арсенія. Я вам поясню. Можна я поясню? А голосували, а вийшли з коаліції. Це ваша мать. Ми вийшли із коаліції. Ми вийшли із коаліції, тому що політика уряду неправильна. Нам байдуже прізвище прем'єра, який веде неправильну політику.
Господа, извините, пожалуйста, у нас сегодня немножко необычный график ухода на рекламу. Поэтому сейчас прервемся, а минут через 5-10 продолжим. Ну, мы раньше уйдем, но раньше и вернемся. Да. Дорогие, переходим к следующей части нашего выпуска. Возвращаемся опять к делам нашим скорбным, так сказать. И так для затравки хочу напомнить, какой вопрос мы сегодня повесили на сайт. Что больше поможет реформам? Так мы сформулировали этот вопрос. Покажите, пожалуйста, какие были предложены варианты ответа. Коалиция любой ценой, перевыборы Верховной Рады. Третий год Яценюка, но имеется в виду, такой же вариант тоже пока возможен. Что так уже пошел. Правительство. Да, ну, ладно, мы имеем в виду не то, что он пошел, а то, что еще на один год Арсений Петрович останется таки премьер-министром, и реформ уже не будет. Так у вас как-то третий и четвертый, это знак равенства. Вы думаете? Третий и четвертый? Ну, хорошо, а как вы думаете, какой вариант набрал больше всего? Третий. А я думаю, перевыборы. Перевыборы, наверное. Все-таки хочется надеяться на это. Что это единственный цивилизованный и так как бы дающий перспективу вариант. Так а какую перспективу не дадут? То же самое, только несколько иной комбинации. То же самое без народного фронта, но может быть с партией Саакашвили. В чем вы видите политическую ответственность за разваленную экономику страны? Вот объясните мне. А чем поможут перевыборы? Чем помогут перевыборы, скажем так, восстановить экономику? А чем поможет, что народный фронт с БПП за счет тушкования сделают новую коалицию и будут дальше делать то, что они делали? Давайте не будем тянуть интригу, давайте покажем. Они помогут таким образом получить деньги. Как разложились голоса посетителей не нашего сайта. Стране. Чтобы их украсть. Ну вот сразу. Правы оказались страна те, не может кто жить говорит, только для что МВФ. Самый она популярный должна жить, чтобы вариант это и как-то, чтобы перевыборы Верховной Рады. Ну хорошо. Кто за перевыборы Верховной Рады, кроме господина Скорика? Он уже сформулировал. Это несложно угадать. Это несложно угадать, Евгений. Представители партии, у которых рейтинги подросли. Ні, це неправильно поставлене питання. Перевибори – це можливий, один із можливих механізмів зміни хибного курсу. От в чому питання. Можна. Якщо в Раді буде створена умови для зміни політики, яку проводить, хибної політики, яку проводить уряд, цього буде достатньо. Якщо уряд не змінить політику, то тоді іншим демократичним шляхом є перевибори. Слі, давайте создадим коаліцію і змінимо правительство. Дякую. Колеги, я хочу сказати з точки зору, от ми сьогодні обговорюємо. Вже бачите, з програми менше згадують Арсенія Яценюка, я поясню чому. Місяць з гаком тому ми запропонували Верховній Раді прийняти рішення про відставці Яценюка. Не ми, а відповідно він звітував. Ми тут говорили, я говорив в тому числі, що голосів не буде, їх не стало. Окей. Значить, зараз відбувається ситуація. Ми говоримо, представники Народного фронту. Для того, щоб далі працювати, можливо, з новим прем'єром, треба створити коаліцію, так? Ми даємо свій 81 голос для цієї коаліції. По коаліції ми не ставимо жодних умов. І кажемо радикалам, батьківщині, іншим політичним силам, будь ласка, давайте будемо створювати нову коаліцію, формувати нову коаліційну угоду. Але нас водять за ніс, як і всю країну і парламент. Зранку кажуть, ми готові вступати, потім кажуть, у нас є якісь вимоги і так далі. Фактично, не створивши нової коаліції, ми не оберемо нового прем'єр-міністра. Це всі повинні розуміти. Тому... послухайте, я прошу мене не перебивати. Я прошу не перебивати. Дякую. Тому ті, хто критикують Яценюка, ті, хто не хочуть, щоб він працював до вересня, а згідно чинного законодавства, даний уряд легітимний, і поки немає нової коаліції, і не буде голосів 226 за нового прем'єра, він буде працювати до вересня. Так от, ті, хто критикують, повинні визначитись. Якщо ви хочете змінювати, створюємо разом з нами, разом з блоком Петра Порошенка, нову коаліцію і йдемо крок за кроком. Створюємо нову коаліційну угоду,
Сьогодні є кандидат, висунутий від блоку Петра Порошенка офіційно, це Володимир Гройсман. Давайте будемо розглядати. Але фактично, я попросив мене не перебивати, але фактично сьогодні ні «Самопоміч», ні «Радикальна партія», ні «Батьківщина» кажуть, ми в цю коаліцію вступати не будемо. Тепер я хочу, щоб весь український народ знав, що якщо коаліція не сформована, це не означає, що обов'язково будуть перевибори, і не означає, що президент зобов'язаний розпустити Верховну Раду. Він може цього не зробити. Глянемо на цей тиждень кулінарний. Куда ні кинь, ідеальна ситуація для Народного фронту, Ігор. Ми, ще раз скажу, ми її не підтримуємо. Ми говоримо про те, що ми хочемо створити коаліцію. Тепер давайте подивимося на цей пленарний тиждень. Ми прийняли десятки законів, які набирали 270, 280, 290 голосів. Тобто, фактично, парламент на сьогоднішній день працює. Тому я на завершення. Наша позиція наступна. Уряд Яценюка буде працювати до того моменту, поки не буде створена нова коаліція. Це перше. Друге, ми даємо 81 голос і вже запропонували до нової коаліції, вже запропонували свої пропозиції до нової коаліційної угоди. І третє, да, ми глибоко переконані, хто нас буде звинувачувати, в нас немає пропозицій Народного фронту до позафракційних депутатів, і до нас ніхто не звертався. Ми поки нікого не приймаємо до своєї фракції, тому не треба це маніпулювати. Якщо ці процеси йдуть БПП, це питання... А може просто ніхто не хоче вступати в Народний фронт? З групою «Укроп» Народний фронт не проводив ніяких консультацій. Ні, не проводили ми ніяких консультацій, і вони стверджують, що не було пропозицій з боку Народного фронту. Але ключове слово «поки». На сьогоднішній день ми закликаємо колег по колишній демократичній коаліції приєднатися до неї, поставити свої умови, входження, і дуже важливо, найважливіше. Знаєте, чому сьогодні цей процес стоїть? Тому що певні фракції бояться брати відповідальність. Тому що, я вам розкажу один секрет, новий прем'єр-міністр і нова коаліція буде змушена приймати знову, уже в травні, в квітні, непопулярні рішення. Зокрема, по збільшенню тарифів і десятки інших. Тому що це є умова Міжнародного валютного фонду. Про це всі знають. Але дехто каже, ми будемо стояти в кущах і розказувати, ганьба, геть, все погано, все пропало, не беручи відповідальність. Що треба сьогодні країні? І тільки Народний фронт і Арсеній Яценюк готові нести цей крест. Яценюк, незалежності від рейтингів, а ми прекрасно бачимо соцопитування, цю відповідальність вже фактично несе третій рік. І не боїться цієї відповідальності. Напевно, щось Арсенія Петровича змушує тримати це за цю посаду. І чомусь він так дуже сильно хоче нести цю відповідальність. Парламент не проголосував за відставку. Владислав, давайте, говорите тільки без намеків і чомусь. Чому? Ну, напевно, є якісь такі моменти, які... Знає, можливо, тільки Арсеній Петрович. Або, якщо це якісь питання, які стосуються бюджетної політики або іншої політики, у нас є створені правоохоронні органи, які будуть розслідувати цю справу. Це те, про що говорив публічно прем'єр-міністр за минулий рік із державного бюджету через державні компанії за урядування Арсенія Яценюка вкрадено 50 мільярдів гривень. Це слова прем'єр-міністра. Оце, на мій погляд, основний інтерес. Кожен тиждень це мільярд із бюджету. Все ж логічно і зрозуміло. Але колега Гусь тут дуже палко про щось говорив, але він знов продовжує ту риторику, про яку вони говорять. Вони ділять, хто буде прем'єр-міністром. Він каже, у них нема вимог. У них є вимоги, що їхній міністр внутрішніх справ, їхній міністр юстиції. Їх не цікавить політика, яку будуть проводити ці міністри. Їх цікавить, щоб на цій посаді сиділа їхня людина. Але це принципово неправильно. Якщо він каже, є єдина політика отримувати кредити Міжнародного валютного фонду і підвищувати податки для людей, підвищувати тарифи для людей, а ми вважаємо, що це не єдина політика. Політика і інша має бути. Вам треба приклад? Будь ласка, отримайте. 2009 рік, такі самі вимоги Міжнародного валютного фонду до тодішнього уряду так само вимагали підвищення пенсійного віку, так само вимагали підвищення тарифів, так само вимагали підвищення податків, а це, до речі, і зниження зарплат. І це, до речі, був період світової фінансової кризи. Це не був спокійний період.
Але тоді уряд трошки по-іншому вів переговори. Так входите в коаліцію, давайте вместе решать, сообщайте вопрос. Колеги, проведем аналіз і подробно розберем всі ошибки. Ми більше не допустимо, щоб були повторялися ситуації з Яценюками. У нас нету невиносимих прем'єрів. Колеги, невиносимих. Якщо дозволите, одна фраза, і я закінчу. Питання не в Яценюках. Я ще раз підкреслю. Колега Гусь каже, парламент приймає закони. Да ми 2 роки приймали закони. Гарні закони, як вони казали. Але що люди стали жити краще від тих гарних законів? Що ми подолали корупцію? Що ми створили якісь нормальні умови для розвитку бізнесу? Тому не треба говорити, що в нас ефективний парламент. Я ще раз підкреслю. Колеги, об'єднуватись треба не навколо когось, а навколо чогось. Дякую, Сергій. Владислав, продовжуй. Дивіться, от пан Ігор сьогодні висунув умовно нові вимоги, кажучи, що Народний фронт уже не висуває жодних умов. Перед тим, Ігоре, представники вашої фракції висували якісь нові вимоги. Зараз це нові, знову ж від вас нові вимоги. Які? Різні були вимоги. Які вони зараз кожна... від мене нові вимоги? Ваша вимога, що ви нічого не висуваєте. Так. А далі? Ми кажемо про інші зараз речі. От я погоджуюсь з Сергієм. Ви хочете сказати, що міністр внутрішніх справ був мегаефективен 3 роки? Чи там 2 роки, чи скільки? Вас, але ви висуваєте, ви БПП, але ви висуваєте, у вас 11 міністрів Ігоре, в цьому уряді. Про що ви говорите? Ігоре, давайте проговоримо про міністра вугільної промисловості. Ви ж просили не перебувати. Ігор Владислав, я ще раз переб'ю на 1 секунду. Я прошу в цій студії не вести дискусію по 2 принципам. По принципу «мой голос громче, я гарно кричу», по другому принципу «ти сам дурак». У вас 11 міністрів не используються. Задається конкретний вопрос, получається чіткий відповідь. Договорились? Спасибо. Продовжайте, повертаючись до вашої риторики, от пан Микола вже починав це відносно того, що, наприклад, ми сьогодні, от міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти», зокрема, блокували трибуну з вимогою щодо так званого законопроекту 4057. Який формально можна назвати «крадина-крадина», який так неїстово, я перепрошую за таке трохи неконвенційне слово, відстоюють певні очільники, певні депутати фракції «Народний фронт», які так дуже тісно пов'язані з рідиною, яка схожа на жовтий колір. Так от я хочу просто зрозуміти. Владислав, ви сьогодні столько, ви сьогодні употребляєте столько каких-то словосплетений, хімсосплетений, що не то, що зрителі вже не запутаєте, що ви говорите, і кого в чому обвиняєте. Ви можете чітко сказати, депутат Іванов обслужує олігарха Петренка, який хоче украсти у народу 155 мільярдів доларів. Ви розумієте? Було б так смішно, якби не було так грустно. Ви знаєте, кого напоминаєте, извините. Ви хочете напомнити правдоруба для народу, який бореться з корупцією? Но при этом никого, не дай Бог, не обидеть. Питання в іншому, насправді. Питання, повірте мені, в іншому. Бо, насправді, прикриваючись якоюсь благою метою, про те, що ті, хто намагається просунути цей законопроект, хочуть повернути не начебто гроші Януковича, які заарештовані, але насправді, це є легалізація оборудки. І ці ж самі люди, наприклад, от замовили дискредитаційну кампанію, як міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти», так і безпосередньо певних членів нашого об'єднання. Але от це от налякає, Ігоре, розумієте? Бо Майдан, вибачте, і Януковича ми всі виганяли не для того, щоб приймати такі закони, які, скажіть, вибачте, які закони людям скажіть, про які закони йдеться? Про те, що закон, який намагається... Я нічого закрутився. Я ці гроші Віктор Янукович і його команда. Ігор, які без суда і слідства ми намагаєтесь забрати. Більше того, це дозволить пану Януковичу дійсно потім в європейських судах повернути собі ці кошти. Але це не просто кошти, це державні цінні папери, які... Певні особи, напевно, я не знаю які, які будуть причетні до цієї оборудки, зароблять на цьому гроші, а далі цей пан, бандит Янукович, відсуде ці кошти і після того пред'явить їх до держави, яка має бути сплатити їх повністю. Але ви хочете це зробити, причому дискредитуючи абсолютно людей, які намагаються побудувати дійсно правову державу в цій країні. І все-таки попрошу конкретику, Я правильно понимаю, что только что вы обвинили кого-то из депутатов Народного фронта в обслуживании интересов Януковича?
Я не маю прямих підтверджень, але їх поведінка, не виключає такого факту. Дайте я відповім. Можна я відповім? Ігор, ви? Дайте я відповім. Ну що це таке? Депутат від БПП стверджує, що є депутати. Ігор, не треба громко, ви вже отримали слово, не кричіть, пожалуйста. Група Єврооптиміст. Дивіться, я хочу сказати, я поважаю колегу Голуба, але він трошки повинен вийти на якусь дорогу. А то він про якусь жовту рідину говорить і все інше. Та це ви говорите в Народному фронті, це не ми говоримо. Я хочу, щоб ми зрозуміли. Ми хочемо ще коаліцію створити. І якось працювати. От ми смотримо і удивляємося, як у вас це вийде. Я хочу, щоб українські громадяни знали. Парламент розглядає законопроект про спецконфіскацію. А саме кошти, які фактично були вкрадені сім'єю Януковича і опричниками, ми хочемо повернути до державного бюджету. Таких коштів в районі двох мільярдів доларів. Ігор, на сьогоднішній день, я дякую, що ви оцінюєте мою риторичний момент. От я скажу, дійсно, вибачте, але я думаю, що ви постараєтеся. На сьогоднішній день ми готові до дискусії згідно цього законопроекту. Але ще раз скажу українським громадянам. Законопроект для конфіскації коштів, які привласнила сім'я Януковича і опричники. Проблема в тому, що діюче законодавство передбачає механізми. Вийшли і кажуть, ми не хочемо конфісковувати гроші Януковича. Так і скажіть. Це неправда. Господа депутати, тишина. Я прошу прощення, Владислав. Владислав і Ігор закінчили цю тему. Дозволяє знижити державний борг. Владислав, я відключу мікрофон. Але на цьому виграє хто? Держава, а не певні очільники, які будуть причетні до тієї обрубки, які ви намагаєтесь. Об этом скандальном законопроекте неоднократно делали материалы и журналисты подробностей, недели. Если вы хотите досконально изучить эту тему, зайдите, пожалуйста, на наш сайт подробности.ua. Просто на сегодняшний день не это есть тема обсуждения, и мы не будем уходить в эти дебри. Спасибо. Андрей Ильенко. Щойно мы спостерігали таку зворушливу єдність двох основних стовпів коаліції БПП і Народного фронту, яка просто з кожним днем зростає і міцніє. Але якщо говорити без іронії, то насправді ми бачимо, що цей тиждень, який анонсувався як останній тиждень політичної кризи, він цю політичну кризу переніс далі. І ми бачимо, що вона вже переходить з формату парламентсько-урядового в таку повномасштабну кризу довіри загалом суспільства до влади. І в цій ситуації найбільша проблема – це те, що держава сьогодні вкрай слабка. Немає легітимного уряду на сьогоднішній день. Немає коаліції, причому, до речі, її немає вже більше місяця, але формально досі керівництво Верховної Ради цього не визнає, хоча це просто грубе порушення Конституції. Це, по суті, навіть замах на державний лад зараз відбувається, бо не почався відлік формально, ну, по факту він уже мав би бути. Ми бачимо, що йдуть повністю закулісні торги. Тобто все, що відбувається, навіть більшість депутатів, провладних фракцій, вони про це не знають. Там є люди, які ведуть перемовини десь вночі, десь якісь стратегічні сімки, шістки. Вони там між собою щось обговорюють, вирішують свої питання. Ні про яку програму мова не йде. Ні про яку роботу над помилками мова не йде. Мова йде лише про розподіл посад, грошових потоків і так далі. Зараз ми говоримо, нам говорять про те, що виявляється поява такого явища, як тушки в українському парламенті. Це нормально. Нічого, ніяких проблем заради держави, що ж не зробиш. Тільки у мене питання, ну, скільки далі це має тривати? А вас тушкувати питались, Андрій? Не намагалися. От абсолютно чесно вам скажу. Ви посмотрите, я можу відповісти грубо відповідь, якщо підійти з таким проханням. Це, знаєте, великий ризик для життя може бути. Да. Тому я єдине, що можу сказати в цій ситуації. У нас сьогодні глибока політична криза. Її вирішити вже просто призначенням нового уряду цього вже недостатньо. Потрібне повне перезавантаження влади. І не треба цього боятися, тому що саме в цій ситуації, якщо ми цього не зробимо через конституційний спосіб, то це буде зроблено в позаконституційний спосіб. Тому що якщо сама влада плювала на конституцію... Що ви маєте в виду, Андрій, під повною перезагрузкою? А давайте ми узнаємо це у Андрія уже в следующей части програми. Да, ви знаєте, господа, я ще раз хочу... Андрій, ну нам нужно прерваться. Сьогодні ми йдемо... скажем так, с непривычным немножко графиком рекламы, мы сейчас опять прервемся на несколько минут, но зато потом, уже до самого конца программы, прерываться не будем. Иван, Татьяна, я обязательно дам слово. Все-таки дали возможности и Саше, и Татьяне. Высказаться все и неоднократно. Скоро увидимся. Все-таки высказаться по тому кругу вопросов, который у нас сегодня вынесен на обсуждение. А сейчас реклама.
Так, спасибо за бурные аплодисменты. Вторая рекламная пауза закончилась. Мы возвращаемся в студию «Черного зеркала». И, о радость, теперь мы до самого конца программы уже прерываться ни на какие рекламы не будем. Это совершенно не означает, господа хорошие, что каждому дозволяется говорить бесконечно. Уважайте, пожалуйста, других. И ораторов. Очень громко тоже нельзя, да, Игорь. К нам на связь сейчас должен выйти одесский губернатор Михаил Саакашвили. Вот я уже вижу все. Михаил готов отвечать на наши вопросы. Добрый вечер. Как всегда. Добрый вечер. Михаил, сразу должен вас вот о чем спросить. Кто-то в начале программы, по-моему, я не помню, кто об этом сказал, что, я так понял, что это не первоапрельская шутка, будто уже в Киеве политические коридоры полнятся слухами о вашей грядущей неминуемой отставке. Что-нибудь можете на этот счет сказать? Я думаю, что тут гораздо важнее дела происходят, чем моя должность или там какие-то мелкие передряски. Я думаю, что то, что происходит вокруг Одессы, Одессины, в стране в целом, и это очень здорово, это очень плохо отражается также на переданную мне область, это очень тревожные знаки. И сейчас мы все видим то, что происходит, это мишеня возня с правительством. Вакарчук, кстати, здорово сегодня сказал, правильно сказал, тоже выразил то, что многие украинцы думают, что это вызывает отвращение. Как идет договорняк, как просто прихватываются голоса, это ничего общего уже не имеет с представительской демократией. И просто я вижу, насколько мы теряем возможности. Сейчас украинское правительство должно ездить по всему миру, устраивать роуд-шоу, показывать все прелести Украины. Украина на самом деле очень быстро может превратиться в Китай Европы, в лучшем смысле этого слова. То есть у нас суперквалифицированные специалисты и вообще общество. У нас, к сожалению, на этом этапе низкие зарплаты, но, еще раз говорю, очень хорошая база. У нас потрясающие ресурсы, у нас потрясающая география. Сейчас мы должны быть в такой форме, что весь капитал, например, который бежит сейчас просто из путинской России, мы должны были его все перехватывать или из других стран и просто обращать это все на благо народа, строить инфраструктуру, там, строить новую фискальную систему, строить новые больницы, строить дороги и так далее. Вместо этого чем мы занимаемся? Вместо этого обсуждаем, кто какого депутата сегодня перекупил, какой губернатор там остается, у какого прокурора снимут или нет. Сегодня был и в том числе, о чем вы говорите, это большая атака, в том числе на мою команду, спущены такие месседжи, что, и это повторяется всем блогерам, которые связаны с разным уровнем власти, один и тот же месседж. Мы пригласили Саакашвили и грузин сюда проводить реформы, они, оказывается, хотели заниматься политикой. Ну хорошо, Михаил. Я на это очень простой ответ. Ответ? Реформаторы – это не какие-то рабы, которые запрягают галеры, и они там гребут. Значит, реформатор – это реформы вообще, настоящие реформы, основа не имитационные реформы, не реформы типа для последующего какого-то отчета перед МВФ, а настоящие реформы, они основываются на ценностях. Ценности, которые работают на людей. Поэтому, естественно, у нас есть свои ценности, но когда они говорят «грузинская команда», грузинская команда тут ни при чем. Вот мы находимся в центре обслуживания граждан. Мы сделали в Одессе самый быстрый сервис для наших граждан. Любой инвестор может сказать, любой бизнесмен может сказать, что тут то, что в тех ограниченных рамках, которые нам дали, все документы выдаются быстрее, чем в любой другой части Украины. Вот в этом зале. Здесь работает 100 с чем-то молодых украинцев. Они на все набраны по конкурсу. И чем занимаются все? Последние месяцы все их душат. У них забирают функции. Им не дают зарплаты. Им не оформляют постоянные контракты. Им угрожают. Это украинцы, это не грузины. Просто мы сделали возможность для них сюда набраться. Сегодня была пресс-конференция Юлии Марушевской, главы Одесской таможни. Когда ее назначили, все говорили, да, красивая девчонка, наверное, дурная, наверное, по другим критериям назначена. Она показала за это время, насколько она серьезна. Сегодня она стояла там в отчаянии со своей большой украинской командой. Все молодые, все светлые лица. Они говорили,
Мы сюда, чего нас отправили? Вы хотите, чтобы мы с ширмой реформ были? Вы сказали, что вы хотите все поменять. Вы хотите, чтобы не было коррупции. Мы действительно нанялись. Вот строим новый таможенный терминал, который будет еще похлеще вот этого здания, гораздо больше. И там тоже будут все молодые кадры, тоже будут все улыбаться. Это технологически невозможно. Михаил, да, мы видели эту пресс-конференцию. Вот, все органы страны. Михаил, мы хотели у вас уточнить и спросить, что нужно делать и как менять ситуацию. Ведь вы, когда пришли к власти в Грузии, ведь вам достался и парламент еще не с такими договорниками, которые сейчас наблюдаются в Украинской Верховной Раде. Вам достался и кабинет... Алексей, Михаил должен поправить... наушники. Я повторю вопрос. Когда вы пришли к власти в Грузии, я слышу. Вам достался парламент, еще более коррумпированный, чем наш сегодня. У вас, наверное, был кабинет министра, вам достался точно такой же коррумпированный и не с таким уровнем договорников. Эту ситуацию можно изменить быстро? Если да, то как? Что нужно делать? Вы сами прекрасно ответили. Ее надо менять быстро и бескомпромиссно. Я знаю, что быстро, я не знаю как. Самому не надо вступать в договорники. Самому не надо становиться частью. Я думаю, что просто... Ну, в данной ситуации, к сожалению, время упущено. Вы все видели, что 2 года практически топтание на месте было. У Украины были такие потрясающие возможности. После Майдана, даже несмотря на войну, вся симпатия мира на нашей стороне была. Все говорили, что вот Украина, вот новое поколение, вот они сейчас ждут делать. А сейчас что говорят? Сейчас, конечно, они сразу устали, переключили внимание куда-то. Они говорят, Украина сама себе не может быть. Поэтому у меня ответ на вопрос очень простой. Везде открыть шлюзы. Позволить нам, молодому поколению украинцев, на всех уровнях, не просто даже на Верховную Раду, там, я не знаю, там и правительство, хотя там это очень важно, привести новых людей, а не людей по договорнику. Новых людей везде привести. А что мы получаем? В Одесскую область назначили прокурором Стоянова. Конечно, в Киеве мало кто знает, кто такой Стоянов. Но в Одессе все знают, кто такой Стоянов. Волосы у дыбом стоят у всей Одессы, когда они слышат, что человек, который 3 раза покупал свою должность, который был главным регионалом юга Украины, который был символ коррупции, который владеет огромной недвижимостью не только здесь, везде, в Испании, ресторанами, огромным парком машин. Обычный криминал и бандит, просто бандит, ничего общего не имеет с правоохранительными органами, обычный бандит. Торжественно, после снятия с опалилити через 2 часа, был привезен его заместитель генерального прокурора, который я тоже с позором, кстати, отсюда погнал, потому что они облагали бизнес вместе с дочерью Шокина с Горностаева. И этого типа вернули в Одессу. Символ это чего? Символ по просьбе Кивалова и местных бандитов, в том числе 4 судимого одного и так далее. Официальное письмо ихним. Это прямой символ реставрации старого режима, махровой контрреволюции, поэтому мы даже не о том говорим, Михаил, что... Михаил, простите, минимум пожалуйста, надо Алексей, спасти ситуацию. Секундочку, у нас... Я просто прошу прощения, поймите, что у нас есть проблемы со звуком, да, все время звук немножечко опаздывает, и мы должны дождаться, пока Михаил нас услышит, и потом начнет отвечать. Вот все-таки я хотел вас вот о чем спросить. По-моему, вы где-то уже об этом говорили. Нужно ли бояться выборов? Вот сегодня мы проводили такой, ну, импровизированный опрос, это даже можно не сказать, опрос, голосование на нашем сайте, и вот большинство посетителей нашего сайта видят, возлагают, скажем так, наибольшую надежду на то, чтобы реформы пошли быстрее, чтобы просто переизбрать действующий парламент. Вот как вы относитесь к этому? Некоторые говорят, что это опасно и что это может привести к непредсказуемым последствиям. Пожалуйста. Я слышал аргументы тех людей, которые говорят, что это будет катастрофа для страны. Но... А они аргументируют следующее. Вот у нас сейчас развалена правоохранительная система, у нас экономика в очень плохой форме, регионалы усиливаются, поэтому куда сейчас проводить выборы? Но извините, экономика развалена, потому что у нас это правительство укомплектовано этой Радой, а следующее будет еще хуже, потому что любые яркие имена оттуда убираются вообще. У нас развалена правоохранительная система, потому что реформы правоохранительной системы застряли. Потому что застряли из-за того, что это Рада и это правительство. Когда нам говорят, что регионалы вернутся, кто такой Стоянов? Эта власть возвращает регионалов. На наших глазах в Одессу привели главного регионала, посадили прокурором области. А какого реставрация уже идет полным ходом. Юрий Накивский контролирует 7-й километр, тут главный рынок.
На него там отменили дела по регионалам. Курченко, НПЗ, арестовал. Ну так возможно новый парламент, так, и новая власть. Все это опять произошло зависание. Нам придется несколько секунд подождать, потому что, возможно, сейчас связь восстановится. Давайте обождем. Возможно, кто-то из присутствующих, пока связь восстанавливает, хочет прокомментировать то, что услышал. Ну, совершенно очевидно, что стране нужен необходим как можно скорее генеральный прокурор новый. И мы сегодня услышали о том, что президент Порошенко пообещал в Соединенных Штатах Америки о том, что не будет затягивать с внесением кандидатуры. Безусловно, это должна быть не политическая фигура. Это должна быть фигура, та, которая будет соответствовать полностью веяниям профессионализма, требованиям профессионализма. И тогда необходимо назначить и исправить те ошибки, которые были допущены при Шокине, при реформировании. Хорошо, перевыборы нужны нам или нет, Максим? Есть два сценария действительно выхода из этого политического кризиса. Первый сценарий – это досрочные выборы. Я скажу честно, я был одним из тех, которых до недавнего времени, до недавних пор поддерживал именно такой путь выхода из политического кризиса и тоже говорил о том, что необходимо идти на досрочные выборы. Это была эмоция. До тех пор я так думал, покуда мне на самом деле не расписали, что называется, как в Одессе говорят, картину маслом. Что новый парламент будет в миллион раз хуже, чем нынешний. Новый парламент будет абсолютно недоговороспособным. В нем никогда не будет сформирована коалиция. Простите, потому что об этом говорит социология. Об этом говорит социология. Максим, сейчас вы его видите договороспособным? Я сегодня надеюсь о том, что нам удастся достигнуть соглашения с нашими коллегами. Народный фронт, Братьевщина. Какую неделю подряд вы на это надеетесь? Одно единственное, самое главное, что Максим, двинулся какую процесс. Неделю подряд процесс вы на это надеетесь? Процесс двинулся с мертвой точки. Для этого необходимо все-таки наступить на горло своим собственным амбициям. Для этого необходимо перестать обманывать людей популистическими обещаниями. Необходимо провести работу над ошибками, а они были. Провести эту публичную работу над ошибками. И сформировать те принципы, о которых все говорят. Об них идет речь. Что это означает? Это означает о том, что коалиция должна быть исключительно на идеологической основе. Я имею в виду идеологию, когда говорю о демократии. Там не будет ни одного представителя партии регионов, которые голосовали за кровавые диктаторские законы 16 января. Это раз. Второе. Нам необходимо предусмотреть такие механизмы, чтобы не было повторения, как с Арсением Яценюком. Чтобы когда правительство, если уйдет полностью в небытие, его можно было отправить в отставку, а не так, как кто-то держался за кресло, 1,5-2 месяца при этом терроризировать всю страну. Нам необходимо предусмотреть такие механизмы для того, чтобы законы, которые принимаются, действительно выполнялись и был ответственный исполнитель, конкретно под фамилию каждого министра этого исполнителя. Но для этого вам для начала необходимо надо как минимум коммуникацию договориться с Кабмином. С конца прошлой программы мы обещали дать возможность Андрею договорить. Я продолжу думку. Дивушки, перше, всім дадим щодо договороздатності, точніше. Ну, ми бачимо, що в цьому парламенті, по-моєму, цей ресурс вже повністю вичерпаний. Тепер, якщо ми говоримо про можливість реваншу регіоналів на наступних виборах, ну давайте так. Регіонали в цьому парламенті вирішують долю уряду. Регіонали не голосують за відставку Яценюка і зберігають Яценюка, фактично домовляючись з усіма олігархічними групами парламенту. Це вже є. І на сьогоднішній день говорити, що у нас суперкласний парламент, демократична більшість. Так, була 302 людини, конституційна більшість 306. Демократичних партій. А сьогодні регіонали фактично вирішують долю уряду. От до чого дійшло. Наступне. Давайте говорити дійсно і про те, що необхідно проводити дострокові вибори, перезавантаження. Але давайте проявимо політичну волю. Всі партії демократичні, всі без виключення заявляли і перед виборами обіцяли новий закон про вибори за відкритими списками. Давайте його приймати. Давайте нарешті виконувати зобов'язання. Сделаем. Наступний момент. Прийміть нарешті нормальний закон і забороніть взагалі російській п'ятій колонії відвертій агентурі в принципі обиратися в парламент. Оце абсолютно правильно буде. Те, що ви не зробили. Ви зараз кажете про опозиційний блок. Ви привели опозиційний блок в 2014 році в парламент, коли ви прийняли закон про люстрацію в такій редакції, який дозволив це зробити. Хоча Свобода наполягала, щоб взагалі не можна було їм обиратися в парламент. Тим, хто голосував за 16 січня і так далі. І нарешті, що я хочу сказати... А як за Скориком бути? Він не був тоді в парламенті. Розберемося. Погодіть. А тепер
Николай, у вас не все потеряно. Я вважаю, що в цій ситуації, коли я не забувайте, товариство, у нас іде війна. Це вся маячня в парламенті йде на фоні війни. Ми не можемо дозволити собі зараз оцих от ігрищ. Так, а ви призиваєте відкрити второй фронт, Андрій. Слухайте, вибори – це відкриття второго фронту. Ну, очевидно, що Путін хоче розвалити страну сьогодні вже ізнутрі. Це ж очевидно всі. У 2014 році, коли президент Порошенко розпустив Верховну Раду, зокрема з подачі «Свободи», яка вийшла тоді з коаліції, то чомусь ви не казали, що це був другий фронт. Бо у вас був високий рейтинг, і ви хотіли в парламент. От власне відповідь. А зараз рейтинг у вас поганий, ви не хочете. Ви далі хочете триматися за посади. Перейшли на лічності. А от я просто завершу цю думку. Сьогоднішня коаліція, яку вони намагаються склеїти в парламенті, за рахунок політичної практики режиму Януковича, за рахунок тушок, договорняка, корупції і так далі, вона не зніме політичну кризу, а загострить політичну кризу. І далі ще один, кожен день перебування Яценюка на посаді прем'єр-міністра – це зростання рейтингу опозиційного блоку. Якщо хочете, щоб дійсно наступний парламент, все одно будуть перевибори, ви до цього привели. Тому краще їх швидше провести, і тоді ми будемо мати дієздатний парламент, швидко сформуємо коаліцію, 60 днів все займе. А ви вже 60 днів не можете нічого зробити. Вже питалися дискусії. Андрій, запитати, а з ким коаліцію буде створювати? Не можна. Зараз, по-перше, український народ вирішить, з ким буде створювати коаліцію. Давайте так, не будемо за народ розписуватися. І не треба вважати українців ідіотами. Наприклад, От ви кажете, що всі проголосують за опозиційний блок. Ви знаєте, наприклад, Наприклад, підтримка вступу в НАТО в Україні за останні два роки зросла в 6 раз. Ні, Андрій, скажіть, з ким ви будете вступати в коаліцію? От з ким ваша партія буде в коаліцію? Так, діло, якщо пойдеш далі, що ніхто не Ви зараз хочете покривати свою політичну корупцію. Так назвіть з ким? Спасибо. Спасибо. Надя, очень интересно. Говорят, кулуарные договоренности, вся страна их обсуждает. Какие же кулуарные? Прошу вас всех к порядку. Николай, просто сейчас спасибо большое. По правилам надо дать возможность знаете, человеку вот, высказаться. Алексей, может, там справедливо немножко меня покритиковал, что я пытаюсь... У нас такой формат, что... Алексей меня покритиковал. Алексей, здесь я. Андрей тоже. Я ничего не путаю. Андрей тоже. Покритиковал, что я пытаюсь здесь в своих выступлениях, учитывая наш формат, как бы в несколько минут объять необъятное. Но действительно, вот мы касаемся стольких точек. Вот господин Саакашвили только что сказал о реформе МВД. Что такое реформы МВД в нынешнем состоянии? Это выросшая в разы преступность и раскрываемость 4-6%. И говорят, что мы на половине пути к успеху. Если говорить только что Андрей сказал о том, что приход к власти оппозиционного блока – это гибель для страны, там еще чего-то такое. Я, может быть, я не так он сказал. А как оппозиционный блок может прийти к власти? Вот я попрошу. Мне хочется... Оппозиционный, он всегда в оппозиции. Вы знаете, коли представники правлячої коаліції звинувачують, безпідставно звинувачують опозиційний блок в якихось антидержавних діях, вони повинні навести хоч якісь докази. Коли це йде, коли говорять о том, що давайте, якщо опозиційний, то есть давайте поразим їх в правах, давайте нашите нам жовті зірки, як діялось в фашистской Германии. Поразите нас в правах, чтобы мы понимали, что это мы можем, это мы не можем. Если я такой же депутат, как и вы, если я такой же гражданин, как и вы, если я точно так же люблю свою страну, как и вы, почему вы позволяете себе на центральном украинском канале оскорблять тех избирателей, которые проголосовали за нас? Почему вы взяли себе за моду говорить о том, что избиратель оппозиционного блока это какой-то маргинализированный избиратель, который там ничего не понимает, двух букв сложить не может. Это интеллигентные люди, это профессура. То, что вы устроили, вы говорите, что вы не хотите выборов, потому что это развалит страну. Когда вы проголосовали за выборы в Кривом Роге, которые никому были не нужны, вы потерпели сокрушительное поражение. Так я вам скажу, что господин Вилкул, это человек, который... академик, профессор, которого уважает весь город. А господин Семенченко – это человек, который большую часть своей жизни проходил в балаклаве, его вообще никто не видел. И при этом вы говорите, что это большая демократия, что господин Вилкул что-то подтасовал. Вы постоянно передергиваете ситуацию. Вот давайте мы попробуем, сегодня звучали хорошие мысли, что давайте попробуем рассуждать о том, как в стране выходить из кризиса, как действительно что-то строить. Андрей, очень много. Простите, пожалуйста. У меня есть какие-то вещи, которые я обязан сделать. Смотрите, просто поскольку у нас прервалась связь
с Михаилом Саакашвили, и мы не смогли продолжить разговор. Я сейчас просто хочу предоставить слово его заместителю, Саше Боровику, и задать ему те вопросы, на которые Саакашвили, к сожалению, не смог ответить. Спасибо. Я должен сразу сказать, что мое мнение, это не значит, что это мнение Михаила Саакашвили. Ну, вы же знаете, что он думает. У нас у каждого, как минимум, по каким-то правовопросам. У нас у каждого есть своя субъектность. Я хочу сказать, что я давно читаю «Нью-Йорк Таймс», я не помню, когда страну называли коррупционным болотом, какую-то страну. Я помню, что-то как-то называли Гватемалу, когда там была хунта, еще какие-то банановые республики. Но вот так, чтобы совет редакторов сказал лопатой вбрасывать деньги в коррупционное болото, я такого не слышал. И это, в общем-то, коробит меня, как украинца. Мне кажется, это должен быть не день дураков, а черный день в нашей какой-то истории, а короткой международной. И я ставлю ответственным за это ту партийную элиту, которая сейчас в парламенте. Я ставлю это как виноватым президента страны, премьер-министра страны. Они, по сути, завалили те реформы, на которые им дал мандат народ, когда они выигрывали выборы. И сегодня, когда я смотрю на рейтинг БПП, он упал на 50%, я смотрю на рейтинг Народного фронта, он упал на 90%. Конечно, эти партии сейчас не будут хотеть выборов. Они будут держаться за власть, они каким-то образом сформируют какую-то коалицию. Скорее всего, они возьмут или батькивщину, или радикалов. Но что важно в этой ситуации, это будет коалиция или это будет правительство старых элит. Потому что вас всех, вот сидящих напротив меня, вас объединяет одна вещь, что вы представляете старые элиты, и я абсолютно понимаю... Ну не понимаю, все. Сколько абсолютно, не все. Я имею в виду ваши партии. Мне 34. Я имею в виду ваши партии. Я имею в виду ваши партии. Игорь, старые элиты можно представлять и в 18. Я сейчас говорю о ваших партиях. Я абсолютно понимаю самопомощь, которая не хочет ключевое было не слово старый. В этой всей ситуации. И теперь то, что вы делаете, это где-то логично. Говорили, что не будем на личности переходить. То, что мы видим сейчас, это логическое продолжение вашего управления. Дайте мне закончить. А сколько будет еще больше дискредитации, когда она туда создастся, то кто оттуда не войдет. А то, что вы делаете, это логическое продолжение того кризиса, который вы начали. Вы не можете управлять по-другому. Вы не умеете управлять по-другому. И сейчас что должно произойти? Вы управляли уже 20 лет в разных формулировках, в разных лицах. Но батькивщина и Юлия Тимошенко была в этой ситуации 20 лет. Яценюк в этой ситуации был 20 лет. На каких позициях он только не был. Порошенко один из основателей партии регионов. И когда я слышу, БПП ссорится с партией регионов и говорит, что нужно бояться выборов, потому что партия регионов придет к власти. А какая между вами разница? Вы сейчас ставите Стоянова в прокуроры Одесской области. Вы одни и те же. И вот здесь теперь сложится ситуация, что вы еще полгода порыпаетесь. Вы, скорее всего, создадите какое-то правительство. Будь это Яценюка, который останется, или вы приведете Гройсмана, который придет, вы будете управлять точно так же, и вы это все завалите, к сожалению, для страны. И мы получим этот 1 миллиард, чтобы заплатить пенсии людям, потому что мы сейчас недовыплачиваем пенсии людям. И тогда у нас будет ситуация, когда у страны будет выбор. Либо мы будем голосовать за новые партии, такие как Самопомощь, и, возможно, то, что появится вокруг каких-то новых людей, которые не только не были в политике, но и не были ни в каких должностях. Или были президентами либо выиграют, других они стран. Не были президентами других стран, угу. В том числе. И либо они выиграют, либо мы куда-то укатимся обратно. И вот здесь у страны через полгода практически будет настоящий выбор. И это будут самые важные выборы в истории страны. Потому что вы завалили то, что вам дал мандат Майдан. Вы это прошляпали. И теперь, к сожалению, вы из кризиса не выйдете, кого бы вы ни назначили. У вас нет интеллектуального потенциала выйти из этого кризиса. Спасибо. Подождите секунду. У нас здесь среди гостей в студии есть один человек, который не произнес еще ни единого слова, даже реплики. Александр Мартыненко, я хочу вас спросить. Все-таки вы, можно сказать, здесь один из немногих политических аналитиков. Я именно так сам лично к вам отношусь. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, вам не кажется, что вот удивительным образом коалиция, которая создается, двухпартийная коалиция Народного фронта и
БПП, которое сейчас, ну, глядишь, доберет там, буквально не хватает нескольких человек для того, чтобы образовалась вот эта заветная сумма 226, в итоге парадоксальным образом может оказаться удивительно устойчивой, потому что, собственно, отступникам показали, как будет с ними в лице Фирсова и Томенко, если они там вдруг как-то неправильно себя поведут и попытаются там выходить. И это касается, в частности, группы еврооптимистов. А Народный фронт, там, не обижайтесь уже, господа, будет за эту коалицию держаться изо всех сил. То есть уже не будет ситуации, когда в коалиции есть там, какая-то небольшая фракция, имеющая золотую акцию, а две большие фракции, которые замечательно договорились. И так у нас дело пойдет, глядишь, и парламент даже никогда не уйдет на перевыборы раньше намеченного срока. Как вы думаете? Вы знаете... На самом деле, конечно, можно создать коалицию без вопросов, набрать 226, 7, 8 и так далее. Но ну, по поводу того, как поступать с неугодными, все-таки не будем забывать, что Томенко и Фирсов сами все-таки действительно написали заявление и сами вышли из фракции. Если нынешние члены БПП не захотят писать эти заявления, их никто никуда, их можно исключить, но они все равно останутся депутатами парламента и никуда не денутся. Просто БПП будет меньше, и коалиции опять не будет. Поэтому никто никого исключать не будет. Но делать не в этом. Создать-то ее можно, и можно даже, наверное, правительство проголосовать. Там возникнет другая проблема. Проблема с принятием действительно важных решений, потому что вопрос же не в формальности. Действительно, президент может и так не распускать парламент. Нет коалиции, он ее не распустит, будет правительство меньшинства. А вопрос принятия решений. А принятие решений, да, особенно с дисциплиной в некоторых фракциях, в том числе в БПП, как мы знаем, да, то есть там же решение партии, это является для депутатов, ну, таким поводом подумать. Надо его выполнять или не надо? Мы же знаем, мы же видим по голосованию. Еще, да? Кое-куда сходить посоветоваться. И посоветоваться, или просто сказать, да не хочу я, да и все. То есть там как раз полная демократия. И поэтому эта демократия приводит к тому, что на самом деле предсказать, будет приходить то или иное решение, невозможно. Поэтому сказать, что это будет эффективный механизм, конечно, нет. То есть, еще раз, правительство может работать, то есть 226 голосов-то, может, и соберут? Да, но это же не гарантия... Для утверждения нового кабинета. Совершенно верно. Но это не гарантия того, что, во-первых, проводить законы, реформы и вообще обеспечить функционирование власти. Кстати, вы знаете, говоря, вот я с бизнесменами некоторыми общаюсь, многие говорят, что отсутствующее правительство – это даже в чем-то хорошо. Вот как-то стало... Вот, правда? Никто не мешает, никто не трогает. Как-то стало поспокойнее стало, да. И как-то есть... Но тогда это уже называется квазигосударство. Когда, ну, когда знаете, народ выживает есть, сам по себе. Самом деле, на самом деле есть такое всегда опасность, что... за пенсию не отвечает. Что будет принято какое-то решение, да, которое всех поставит с ног на голову. Да, но вместе с тем есть проблемы действительно с пенсиями, с собираемостью налогов, большие проблемы. Кстати, с собираемостью налогов, да, действительно о том с функционированием... Нет, ну и во всем же есть плюсы и минусы. Я в данном случае сказал о плюсе. Точно, да. А есть очень большие минусы о том, что на самом деле оно должно работать. А оно не работает, поверьте мне, потому что во многих министерствах действительно просто министров нет. Кто-то в отставке, кто-то уехал, где-то есть зам, где-то его нет и так далее. То есть на самом деле, конечно, оно должно Александр, быть так, а все-таки эффективным. Вот, к чему вы склоняетесь сейчас? К перевыборам или худой, бедной, коалиции? Вот ни один ход сам по себе технически не гарантирует результата без... То, что сегодня говорилось, дискуссии о сути. У нас впереди еще, кстати говоря, я надеюсь, не сегодня, а как-нибудь потом, большие разговоры, потому что действительно есть проблема, выполнять программу МВФ или нет. Это ключевое пытание. Это вопрос, который действительно расколет эту студию, и мы уже, я надеюсь... А есть вариант не выполнять? И за счет чего экономический рост? Ну, конечно, есть. Но нам грозят, что если мы не будем выполнять программу МВФ, то мы завтра скатимся в тартарары, и жизни Украины не останется. И изменение позиций. Так вот, об этом действительно надо говорить, потому что совершенно правы люди, говорят те, которые... Вспоминаю, действительно, с МВФом Украина работает 20 лет, да, но были разные этапы сотрудничества, были жаркие споры, с ними ругались, сотрудничество прекращалось, возобновлялось и так далее. Кстати, напомню, что на самом деле финансирования МВФ нет уже полгода, если не ошибаюсь. Последний транш был осенью прошлого года. В октябре. Совершенно. Так вот, на самом деле, это действительно очень сложный и принципиальный вопрос. Я очень категорически против того, чтобы решать его на референдуме, условно говоря, да, так, чтобы народ решал. Вот, это вопрос... эксперт, потому что это эксперты технически, но он в конечном счете влияет на жизнь людей.
Поэтому, кстати, если говорить о выборах, если они произойдут, то вот этот вопрос, он на самом деле будет ключевой. И тогда это будет одна из форм фактически референдума, будем прямо говорить, да, за то, выполнять эту программу или не выполнять. У меня, кстати говоря, нет полной гарантии, что люди проголосуют за. Вот я последнее скажу. Вот недавно был очень хороший опрос одной из социологических компаний, проведенной на прошлой неделе. Там был замечательный был задан вопрос один по всем регионам страны, без исключения. О том, вот что вы выберете. Вот если есть выбор между демократическими ценностями и работающей экономикой, ну такой гипотетический выбор, вот что вы выберете? И там, кстати говоря, характерно то, что страна вот так вот поделилась опять пополам, так надо сказать. У нас ни того, ни другого. Да, и к чему? Чем восточнее, чем, вы понимаете, речь шла о работающей экономике, чем западнее, тем речь шла о демократических ценностях. Вот Киев ровно посреди. Это не противоречащие друг другу. Ну, это, собственно, всегда наоборот, так было. Но я к чему говорю? Потому что если встанет вопрос на выборах о том, что надо действительно голосовать за программы, ну, допустим, да, не только за лидеров, которых все любят и знают, а еще и за программы, то тогда действительно часть людей будет голосовать за устойчивость сегодня, то есть условно, чтобы не было хуже, вторые будут голосовать за то, чтобы было лучше. Я очень боюсь, что мы получим страну 50-55. Да. Когда будет... Никто не будет иметь контрольного пакета. Это очень тяжелая ситуация. Не надо друг друге врагов искать. Пожалуйста, здесь мою фракцию упомянули, Алекс, если позволите. Мне очень интересно было, все-таки чуть поменьше добавлю два слова. Два слова про то, как бизнесу хорошо живется в отсутствии работающего правительства. Совершенно верно. Ну, бизнесу хорошо. Хотел бы сказать, что сам разделение Украины, оно было прописано Хантингтоном в 95 году в его знаменитой книжке «Clash of Civilizations». Там можно много дискутировать, как бы, но сам этот факт, он был прописан, все было понятно. Почему мы не обратили на это внимание в свое время и не занялись этим вопросом, это другая история. Касательно бизнеса, могу сказать, что за последние 25 лет бизнес украинский, он привык. Он адаптировался, потому что мы живем постоянно в истории неопределенности, риска, кризиса, нехватки денег, нехватки стабильности и нестабильности как таковой. Поэтому для бизнеса тяжелые условия. К нам не приходят инвесторы, и мы их не дождемся. В таких условиях-то понятно, да? Но с другой стороны, когда правительство нами не опекается, это плюс. Чем меньше правительство лезет... Можно не платить налоги? Налоги мы платим хоть так, вот так. Нет, это называется дерегуляция. От нашей налоговой никуда радуетесь? Не денешься. Вы так налоги радуетесь, как представитель так. Власти? Если правительство понимает проблемами бизнесу, это нужно с ним делиться. И делиться не налогами. То есть наоборот, доить перестают. Ну, можно и так аграрным жаргоном выразиться. Но я вам скажу другое, что на сегодняшний день плохо, что правительства нет однозначно. Мой вопрос, допустим, к политикам. Если мы говорим, вы говорите, что наша задача там условия МВФ выполнить и все дела сказать. Ребята, а чего вы не возьмете резко тогда? Она сказала, что программа должна быть в выполнении условий МВФ. Возьмите Ереська, чистого технократа, назначьте его премьер-министром, выберите и выполняйте условия МВФ. В чем вопрос? Я считаю, что одна из проблем нынешнего правительства полная одобряемость требования МВФ. Давно просила слово. Кстати, надо быть более проукраинской позиции. Когда-то вы говорили о том, что вы ни при каких условиях не поддержите Ереська, да, вот упомянутую. Или я что-то путаю? Я говорила особисто за себе. Щодо взагалі співпраці з МВФ, хочу сказати, що тут основоположне питання полягає в тому, чи взагалі можуть особи, які підписують меморандум з Міжнародним валютним фондом, а нагадаю нам, що це є президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку і міністр фінансів, чи можуть вони від імені держави брати на державу зобов'язання, які ще не втілені в чинне законодавство України. І фактично виникає конфлікт їхніх повноважень. Згідно Конституції, в них немає таких повноважень. Підписуватися під юридично обов'язковими нормами для того, щоб потім прийти в парламент і сказати, ми під цим підписались, ви мусите проголосувати за такі давайте закони. Давайте роз'яснимо, грубо говоря, ви вважаєте, що вони не мають права обіцяти Міжнародному валютному фонду, повисити тарифи. Я прошу прощення, це не юридичні норми, так називається меморандум. Саме це так, не документ. Але він підписується найвищими посадовими особами держави. Потім з цим меморандумом приходиться в парламент, створюються умови цейтноту, включається улюблена риторика двох найбільших фракцій. Якщо зараз в державі війна, якщо ви не голосуєте, ви за розвал. Все це треба робити дуже швидко і рішення приймати дуже швидко. І в результаті
ті норми, під якими підписалися особи неуповноважені підписуватися від імені держави, вони легітимізуються вимушено парламентом. Щодо коаліції, що хотіла сказати? Хотіла, колеги, всіх нас з вами заспокоїти, заспокоїти всіх громадян України. Коаліція є, це фактична коаліція олігархату. Вона працює, ви можете бачити, що на цьому тижні приймались всі закони, які, ну, які виносилися в парламент. Ну, і не тільки закони, не тільки закони, і інші рішення, зокрема, про звільнення генерального прокурора і так далі. Що насправді відбувається? Відбувається зараз просто пошук юридичного формату для легітимізації коаліції на двох. Тобто їм просто потрібна юридична оболонка. Вчора говорив голова Верховної Ради, що треба думати про ті засади, на яких формувати нову коаліцію. Про це сьогодні колеги говорили з блоку Порошенка і з фронту. Насправді засади формування ними нової коаліції дуже прості. Перша засада – це тушкування капусти, це Кривенки, Кішкарі і Суслова. Це, власне, деспотія. Ми побачили, що для того, щоб поповнити фракцію блоку Петра Порошенка двома депутатами, були цинічно, в незаконний спосіб, антиконституційно позбавлені депутатських повноважень народні депутати Фірсов і Томенко. І це диктатура з боку найбільших фракцій. Зв'язок дуже простий, тому що у зв'язку з тим, що Томенко і Фірсов вийшли з фракції, вони перестали, ну, фракція стала меншою на два депутати, і, відповідно, не вистачає двох депутатів для формування коаліції. Тому їх треба позбавити мандатів, завести двох нових людей, які вступлять в фракцію, відповідно, фракція поповниться ще двома. Це плюс два, Кішкарі і Кривенко – це ще плюс два, і заведення Барни, якого до цього начебто виключили за неетичну поведінку, це ще плюс один. Зараз вони ще когось докуплять. Все буде тихо, спокійно. На цих засадах тушкування капусти побудована коаліція. Буде криво, сякося-накося, працювати до осені. Грошей на Міжнародний валютний фонд не дасть. Хочу сказати, а осінню що? Хочу осінню, ну, або будуть соціальний вибух просто, коли вже населення і підприємці, голос яких тут представляє пан Лисиця, не зможуть більше цього терпіти. Класична ситуація, описана в усіх підручниках історії. Щодо Міжнародного валютного фонду. Колеги, хочу всім нам нагадати, а ви пам'ятаєте, як нас розводили в грудні? Не проголосуєте за бюджет, не буде траншу Міжнародного валютного фонду, долар буде по 70, вже не дочекавшись лютого, все вилетить в трубу, всі вмруть, нема чим буде платити пенсії, зарплати. Міжнародний валютний фонд не дав нам траншу досі. Сьогодні 1 квітня. Що ви предлагаєте? Перший квартал прийшов. Щодо технократичного уряду за головування міністра фінансів Єресько. Сьогодні цей технократичний міністр навіть не удосужилась, так само, як і прем'єр-міністр, з'явитися в парламенті. Це ж наскільки треба не поважати український народ і український парламент як представників цього народу, щоб навіть не з'явитися в парламенті, щоб не відповісти на питання, які ставили народні депутати. А в моєму питанні якраз лунала та тема, яку озвучував пан Саакашвілі нам сьогодні. А, власне, ви збиралися пріоритетом своїх реформ в 2016 році робити митницю і податкову. А що зроблено за перший квартал? Сьогодні минув перший квартал 2016 року. Що технократична міністр фінансів Яресько зробила в плані реформування митної політики? Чому змінили прокурора Одеської області? Що насправді відбувається в Одесі? Яресько може вам в відповідь сказати, а мені парламент не допомагав? От я, ми, одну, наприклад, наше одну міністерство секундочку. Подало якщо ми піднімемо зараз положення про Міністерство фінансів, то ми там прочитаємо, що Міністерство фінансів є органом, відповідальним за формування і реалізацію податкової і митної політики. Не парламент. Який законопроект в плані митної політики Міністерство фінансів чи уряд внесли в першому кварталі? От я хотів вас це уточнити. Було не лінія? Як член комітету профільного податкової і митної політики, я відповідально заявляю, що жодного законопроекту стосовно реформи митниці, стосовно прибрання звідти корупційних потоків і будь-якої дискреції посадових осіб, ні урядом, ні міністром фінансів персонально не вносилося. Декілька слів про прокурора Одеської області. Насправді, що там відбулося? Я хочу поставити питання. Ми ж звільнили Шокіна. А хто ж тоді туди призначає прокурора цього Стоянова? Ні, Шокін генеральний прокурор, нема указу. Насправді, нема указу президента. Насправді, що відбувається? В Одеській області працювала група мінімізаторів, які завозили товари з значним заниженням митної вартості з недостовірним декларуванням. Коли туди прийшла команда Саакашвілі, вони цим панам-мінімізаторам чітко сказали: ми будемо доглядати кожен ваш контейнер,
або, будь ласка, йдіть звідси на інші області. Що відбулося? Ці всі мінімізатори перекочували на Київську область. Я пишу депутатський запит на Сірову і Єрейського, і в СБУ. Зверніть увагу, отакі фірми, конкретні прізвища, занижують митну вартість товарів. В прошлих програмах вже розказували, або нам запросили. Ответ був какой-то вам или нет? Не було. Вони вигулюють на Миколаїв. Просто кратко, ответ був или нет? Насправді, така політика Саакашвілі в Одесі заважає цим корупціонерам. Тому вони готові об'єднуватись, вони готові проплачувати, вони готові йти на будь-що, аби призначити туди карманного прокурора, який буде виконувати їх вказівки, який буде цькувати команду Саакашвілі. Татьяна, извините, довго дуже. Ну, ми вернемося до Татьяни. Сергей, Владислав и Сергей просят слово. Поднимайте руку, пожалуйста. Да, дякую, Іван Олексійович. Я просто не можу не відреагувати на деякі закиди, які пролунали трошки раніше. У мене, до речі, своє ставлення до іноземців в уряді, і, зокрема, до громадянки Сполучених Штатів Америки пані Єреська, яка, як громадянка Сполучених Штатів Америки, підписує меморандум з МВФ, який основним донором якого є Сполучені Штати Америки. Я тут не бачу України просто. Але це питання інше. А що ви тут тоді бачите? Це питання, я бачу тут американські інтереси, а України я тут не бачу. Ну, я правильно розумію, що ви тільки що обвинили пані Яриська в зраді, Сергій? Ще раз, я ще раз підкреслю, я тут українських інтересів поки що не бачу. Можна я зараз про пенсію, я зараз про пенсію. Колеги, я про пенсію зараз скажу. Почекай, мені зараз треба заплатити. Саша, в мікрофон тільки говоріть. Мікрофон. Податок на дивіденди. Він каже, що він не бачить за МВФ, що він не бачить інтересів України. Так. Мені треба зараз в понеділок заплатити пенсії людям в Одесі. З яких грошей? Я можу відповісти? Саша, ви вважаєте, що страна далеко пойде, якщо гроші, які призначаються на реформи, повинні відправлятися на пенсії? Страна не пойде далеко. Сколько говорить, що ви не маєте ніякого відношення до пенсії? Ви, як заміститель губернатора, не маєте ніякого відношення до пенсії? Пенсії платяться із державного бюджету. Це ви не мали, а коли у мене в області в 10 разів увеличилось количество людей, которые не получили пенсию, то ты, естественно, берешь за это ответственность. Ты должен с этим что-то делать. Коллеги, когда у тебя на 10% увеличилось количество государственных предприятий, Саша, кому ты не платишь за это форма вашего волонтерства. Атакует власть, так не бывает. Сергей Власов. Я, на жаль, не могу не відреагувати на певні сентенції, які прозвучали трошки раніше. Нам знову закидають абсолютно хибну маніпулятивну тезу про те, що всі нові добрі, а всі нібито хто має якийсь досвід, всі погані. Я хочу нагадати, що в першій частині програми у нас тут сиділо нове обличчя українського парламенту. Пробач, Тетяна, виходець із Самопомочі, така собі пані Ірина Суслова, яка вже пропригала по всіх фракціях. Тому не завжди нове є краще. При цьому, ще раз. Можна я закінчу? Я ж тебе не перебував. На Батьківщині була? Дякую. Сергій, в Батьківщині була? Ні. Значить, не по всій. Так, Юлія Володимировна приглашала всіх нефракціонних Батьківщину 30-го числа. Сколько раз ми сьогодні вже говорили о том, що давайте не будемо переходити на личності, особливо людей, які відсюди вже ушли. Или сюди ще не прийшли. Можна я закінчу? Звісно. Мова не в Ірині Суслові, якої тут нема, але якщо ми говоримо про нові обличчя, у нас багато гарних в лапках прикладів нових облич. У нас є такий собі пан Березенка, який зайшов з абсолютною ганьбою в 205-му окрузі. У нас багато прикладів, коли так звані нові обличчя набагато, в десятки разів гірші, ніж старі обличчя. Я вже не згадую молоду команду Черновецького в Києві. Ой, але Сергій, я хочу сказати, скользкий льот виступили, зараз вам вспомнять всіх перебіжчиків із Бюта, які біжали в просому созиві підтримувати партію регіону. Я хочу сказати про інше зараз. Народний фронт. Я хочу сказати про інше. І Арсенія Яценюка вам можна вспомнити. Нам говорили про можливу договороздатність цього парламенту. Тут сидять представники двох найбільших фракцій – БПП і Народний фронт. Батьківщина не висуває жодних умов по участі в уряді. Ви поділіть уряд, як хочете. Чи готові ви, у мене публічне питання, чи готові ви об'єднатись навколо того, щоб на наступному тижні в парламенті проголосувати, перше, мораторій на сільськогосподарську землю на 5 років. Тихо. Мораторій на сільськогосподарську землю на 5 років. Друге, чи готові... Ви ж правоцентристи. Саша, я ж тебе не перебивав ніколи. Ой, вибач. Дякую. Ти ж європеєць. Так.
Ти ж інтелігентна людина, нібито. Друге, чи готові ви проголосувати за скасування ганебного податку на пенсії? Чи готові ви проголосувати за індексацію зарплат і пенсій? Чи готові ви проголосувати за повернення податків на сільськогосподарських товаровиробників, так як це було в 2015 році? Чи готові ви за це проголосувати? Бо дух виборів ходить між нами. Рассматривать, писать закон. Можно с вашим голосом. А можно Сергея спросить? А вы после выборов с кем будете в коалиции? После выборов с кем вы будете в коалиции? Евгений, можно дать ответ на это питание? Да, конечно. Всех пяти законов не выстачит. И інших прохань Юлії Тимошенко. Давайте чесно, весь парламент знає, що Юлія Тимошенко уже почала не парламентську, а президентську кампанію. На сьогоднішній день, і це все прекрасно розуміють, їй треба зробити все можливе, щоб цей парламент не працював. Ігор, скажіть одразу, а що вас удивляє? Юлія Тимошенко, в общем-то, політик, як і другої політики. Нічого не дивується. Повірте, це нормально. Юлія Тимошенко розпочала президентську кампанію. Ви просто за це говорили, що ви молодий політик. І першим кроком це розвал. Я вам хочу об'яснити, що політик, ведучий президентську кампанію ежедневно, це, наверное, неплохой політик. Если бы у нас... Все понимают, что Тимошенко и Батьковщина... Я не хочу сейчас никаким образом хвалить именно Юлию Тимошенко. Слушайте, а если вдруг Батьковщина все-таки войдет в коалицию, что вы ей будете говорить? Не, коллеги, мы это просим. Они помирятся, они забудут, они начнутся с чистого листа. Мы проводили коалиционные сборы. Сергей, ты там был? Да. Я пришел туда, как и мы все, почувши перед тим, що Батьківщина входить в коаліцію. Виступив Бурбак, сказав, ми вступаємо. 81 людина. Виступив Гройсман і Луценко, сказав, ми вступаємо. Юлія Тимошенко каже, ні, ми не вступаємо, прийміть такі-такі закони, такі-такі пропозиції. А тоді ми подумаємо. Ну, вибачте. Або ми ситуацію якось... Будемо казати, розрулюємо, вибачте за таке слово. А що ці закони треба Батьківщині? Чи може вони треба державі і народу? Ігор, подождіть, я хочу уточнити. Це треба Батьківщині, чи це треба на всіх? Ігор, пожалуйста, Максим. Так, а почему же ви тогда торгуєтесь? Очень сложно з вами работать, я не знаю, в какой момент ви проснетесь. Понимаете? Слушайте. Ігор, я хочу уточнити. Между вами йдуть торги. Садитесь за стол переговоров вы втроем. Вы говорите, мы хотим премьера министра МВД, мы хотим министра юстиции, мы хотим 32 портфеля еще. Садится БПП напротив вас и говорит, хорошо, мы можем дать спикера, мы можем дать эту должность, мы можем дать портфель. Выходит Батьковщина, я сейчас не выступаю агитатором любой партии, и говорит, а мы хотим закон для народа один, второй, третий. Вы им говорите, нет, это популистский закон, вот это тогда было бы обсуждение, вы просто не принимаете их решение. Вот смотрите, с одной стороны есть торг за портфели, с другой стороны есть торг за законы, которые могут улучшить жизнь украинцев. Вопрос, могут а деньги, не улучшить. Деньги откуда? Вы не понимаете, вот, что это немного разные категории? Это разные торги. Индексация не требует денег. И не вимагає портфелів ніяк. В тій коаліції міністра ідеології, якого поставив Аніщенко олігарх, це не Батьківщина кворка. Ну, хорошо, ви їй скажіть, от цей ваш закон популістський, ми його можемо улучшити от так, от так і от так. Батьківщина не зупиниться на цих питаннях. Ви розумієте, о чому я говорю? Ви ділите? Будь ласка, давайте відповідаємо конструктив. Непонятно. Давайте повернемося наприклад до теми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Перед тим, як я вискажу, можливо, свою думку, я хотів би зреагувати на те, що сказала моя колега Тетяна. Ви знаєте, Тетяна, на щастя чи на жаль, підпису президента під угодою з МВФ немає. По одній простій причині, що він не є представником виконавчої влади і він не є суб'єктом переговорчого процесу. Бо я ж таким ж самим чином міг би сказати, що це правда. Бо можу сказати таку ж саму єресь, наприклад, що під угодою з АМФ є підпис лідера фракції «Самопоміч» або міського голови міста Львова. Будь ласка, відкрити меморандум. Коли ви кажете, що на цьому тижні приймалася олігархічна більшість закону, я буду на вашому випадку, в даному випадку, дуже побережним. Тому що фракція «Самопоміч» також голосувала за ці законопроекти. До речі, ви ж голосували за звільнення Шокіна. І ви навели приклад, це ж голосувала олігархічна... Для початку ми не голосували за його призначення. В той час, коли ми вашим фракціям говорили, що ця людина не призведе до реформи прокуратури. Його не можна призначати було на цю посаду. Який олігарх вас контролює? А зараз ваша фракція розказує, що... Так, не справився, нужно уволити. А рік назад, коли ми вам говорили...
Дивіться, проблема співпраці... Став прем'єр-міністра, ми всі питання вирішили. А він що, іспугався? АМФ, МВФ є кредитором державних інституцій. Президентським вибором готується. Так сталося в побудові світової фінансової системи, що країна не може брати інших ресурсів, окрім як Світовий банк, МФ. Тобто країна не може користуватися механізмами комерційних банків. Підпис Петро Порошенко, президент України. Зато я бачу. Тетяна, я не бачу тут підписи. Ви можете показувати, що завгодно. Знайдете в інтернеті повний текст меморандуму. Слухайте, будь ласка. Підписи Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Наталія Яресько, Валерія Гонтарєва. Ще раз, повертаючись до МФ, все ж таки. В Україні, я в країні, немає інших механізмів залучення зовнішнього фінансування, окрім АМФ і зовнішніх запозичень, таких як євробонди. Коли ми говоримо про співпрацю з АМФ, так, ми маємо бути свідомими, що, на жаль, у нас немає інших ресурсів співпраці. Але з іншого питання, тут постає інше питання. Так це значить, що ми до ручки дійшлися, у нас тільки ми від МВФ, значить, у нас все, край. Інше питання, яким чином займає Україна переговорчу позицію? Ми можемо все прийняти, або Україна має діяти як держава, як суверен, і казати, окей, це ваші умови, а це наші умови. Давайте ми сідаємо за стіл, переговоримо і йдемо те, що називається весь процес. Владислав, мені в цьому місяці прийшов счет за отоплення в 3 рази більше, ніж в предыдущем. Це благодаря тому, що моє государство було суверенним і думало обо мені. Питання в тому. Це якраз ознака суверенності, така от яскрава. Пожалуйста, питання Юрій, давно Юрій Чижмежа. Бо, наприклад, нам також треба переглядати DCFTA, зону про, я вважаю, це моя особиста позиція, зону вільної торгівлі з ЄС. Бо, на жаль, коли Україна була в переговорчому процесі з Європейським Союзом, то при владі були регіонали, і вони відстоювали тільки ті позиції, які їх влаштовували. А я хочу, от, наприклад, навести, от, Алекс не дасть мені збрехати, позиція по аграрному сектору. Україна є світовим лідером експорту меда, а ми маємо 5 тисяч тонн квоти на рік. Ми перша країна в світі по експорту меда. Повністю перебігнували. Зачем ви говорите? Зачем ви передергуєте? Далі. Наприклад, те ж саме, якщо ми візьмемо м'ясо куриці, у нас квота 16 тисяч тонн на рік. Ну, так що ж ви підписували? Це ж ви підписували. Це ви підписували. Це ж ви. Ваша ви влада вела переговори. Ви, ваша влада вела переговори. Питання в тому, що я вважаю, що це також має бути переглядатися. А підписували ви вже. Ще раз, переговорчий процес очолювала ваша партія і ви. Ви повністю все переділували. Зачем ви врете людей? Для начала начнем з того, що ви оба неправи. Ви навіть називаєте неправильну цифру квот, якщо вірите Алексу Лисице, який в цьому розбирається лучше. На Майдане. Действительно, переговоры начинались по зоне свободной торговли, не при регионалах, начинались в 2008 году при Ющенко. Условия были очень негативные для Украины. Это еще более давний попередник, на него можно еще успешнее. Нужно отметить, что при Клюеве условия были выторгованы лучше, чем были выторгованы при Ющенко. Это то, что есть факт. Подписаны были условия, те, которые были выторгованы при Клюеве. То есть разницы между ними не было. То, что они не отвечали действительности, это факт. Но суть в том, что мы не торговались и не могли торговаться как государство, потому что вся зона свободной торговли была основана на договоре по ВТО. А там, соответственно, квоты регистрировались на основании экспорта украинской продукции в годах между 2003 и 2008. Соответственно, это реально изменить? Сейчас нужно подавать заявки, которые мы не подаем, соответственно. А почему не подаем? Ну, это вопрос к правительству. Нужно формировать, естественно, нашу экспортную позицию по всем спорным вопросам, которые есть, в том числе и мясо птиц, где у нас квоты действительно маленькие. То есть мы производим, грубо говоря, 1 000 000 тонн, а квота у нас там 32 тысячи, из которых мы уже давно выбрали. Я почему в начале программы сказал бараны? Потому что единственная квота, которую мы не выбираем, это мясо баранов. Хотя у нас их, в принципе, ну, можно поискать, найти, конечно. Но суть не в том. Большинство квот мы выбираем полностью, за исключением баранов и там еще мелочи какой-то. Соответственно, нужно начинать. Основные квоты – это сахар, это мясо свинины, это мясо птицы, это зерновые. Они мизерные. И тут как бы роль правительства заключается в том, не горлопанить, а нужно начинать просто процесс переговоров. Надо всех. Спасибо. Давайте вернемся к теме. Я не хотел этого говорить. Спасибо. Я предлагаю вернуться все-таки от баранов к теме коалиции. Две фракции сейчас Юрий называют обладателями условных золотых акций. Извините, к вам, вы будете говорить. Дайте мне немного поучаствовать в этой программе. То Юлия Тимошенко носит в руках золотую акцию, то Олег Ляшко. То Юлия Тимошенко соглашается, но выдвигает ряд условий, которые многим кажутся невыполнимыми. То Олег Ляшко начинает
выражать надежду о том, что он, его фракция может войти в коалицию, но затем, когда выясняется, что ему не дают кресло спикера, все меняется наоборот. Все-таки радикальная партия может подставить плечо будущей коалиции двух и сообразить на троих или нет? Значит, дивіться. Я зараз в більшості випадків говорю свою позицію, яка, в принципі, десь комунікує із позицією фракції. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні йде поділ посад, тому що на об'єднанні принципів дуже важко сьогодні створити коаліцію. Чому? Тому що, як було вірно сказано, сьогодні президент і попередній уряд взяли на себе міжнародні такі зобов'язання, які не були погоджені з парламентом, під які дуже важко сьогодні увійти. Вибачте, якщо підписується меморандум з МВФ, де до 70 років треба підняти пенсійний вік, я не готовий за це голосувати. Якщо сьогодні Мінські угоди підписані без парламенту, де проговорено про те, що треба провести вибори. А якщо Ляшко стане спікером, подійде і скаже, Юрій, надо. Давайте одну минутку, ну вже хоча б тут не перебивайте. Тобто питання в тім, що ми маємо провести вибори на Сході, ми під це не готові підписатися. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що президент і сьогоднішня більшість взяла інший принцип – об'єднати тушок. І ото, що відбувається в Одесі, до речі, я підрозуміваю, що навіть один із депутатів вже війшов у фракцію БПП для того, щоб там поміняли прокурора. І сьогодні таке буде відбуватися на цьому рівні, тому що позафракційні вони будуть обирати саме такі речі. От сьогодні буквально в пресі прийшла інформація про те, що трьох закарпатських депутатів, Балог одного, другого, третього, запрошують в коаліцію. Тут же слухи з Закарпаття пішли. Москаля вже звільняють, поміняють на нового губернатора від відповідно цих трьох депутатів. Ось вам як формується коаліція. Якщо це коаліція, то це, вибачте мені, ні, це вчорашня, позавчорашня інформація. Тому ця коаліція, вона не матиме ніякого майбутнього. Так не формується коаліція. А якщо в нього вийде радикальна партія, вона ж стане тустовичою. Що стосується радикальної партії, ми чітко сказали, щоб не порушити вчорашні принципи, про які говорив там Яценюк, що йому мішає, то не його міністр, він заважає, там не той заступник, він саботує. Ми сказали дуже чітко Гройсману і сказали БПП, сформуйте власний уряд. Але враховуючи позицію, яка була в тій коаліції, коли ви ніколи не рахувалися ні з одною фракцією в коаліцію маленькою, ми хочемо мати принцип зваження і противаг. І тому посада голови Верховної Ради – це система стримувань і противаг, що Порошенко, який сьогодні, в принципі, дуже хоче узурпувати владу, взявши президентську вертикаль на виборах і взявши через коаліцію прем'єрську посаду, і маючи більшість у парламенті, бо найбільша фракція, і його однозначно підтримує опозиційний блок, підтримує Хомутиннік, ми знаємо чому, підтримує колишня фракція Єремєєва, він має більшість і без цієї коаліції. І тому в даному випадку це узурпація влади. І якщо ми сьогодні не наставимо чіткі Юрій, у меня есть один только вопрос. Если вы говорите... Можно запитать? Вот была информация днями, что ваш лидер встречался с Ахметовым, и также были встречи с Яценюком и с Коломойским. Про что домовлялись? Скажіть, будь ласка. Ви оперуєте слухами, будь ласка, оперуйте слухами. Ну, це не слухи. Давайте не будемо говорити, що це слухи. Це інформація, яка з'явилася в ЗМІ. А відеорозслідування наших колег з інших каналів навіть є в інтернеті. Я знаю тільки, що Ахметов зустрічається вночі де? В адміністрації президента і в кабінеті міністрів. Оце я точно знаю. Ляшко теж двічі зустрічався. Про що розмовляли? Де, в адміністрації президента чи в кабіні? Ні, стоп. В адміністрації президента чи в Кабміні? Юрій, якщо ви не знаєте, опередили портфелі, можна договоритися з нами. В СКМ. Сам Ляшко признав, що зустрічався в СКМ. Тихо! Ні, це неправда. Це неправда. Якщо запросили в адміністрацію президента, а там на перемовини по коаліції є і Юлія Володимирівна Тимошенко, є і Яценюк, і Ляшко, то це не означає, що ми домовляємося щось з Тимошенко. І якщо в той же момент десь там на поверхах знаходиться Ахметов, то вибачте. Я прийняття бюджету на 2016 рік. Утром. Уважаемый коллега в моем кабинете выходит и говорит, я без фамилии, без персон. Потому что, ну, понимаю, наверное, так оно и было. Говорит, это негодный документ. Это такой, что просто. Не, раньше вечером. Небо впаде на землю, ніж мы проголосуем совершенно за верно, бюджет. Совершенно верно. Ровно через полдня мы голосуем за цей ганебный бюджет. А ну, что случилось за полдня? Вы без его голосования не приняли ничего. Что же вы так небо его на землю. Наверное, встретился с Арсением Петровичем. А если серьезно, то он спасал державу. В нас всі, хто вчиняють якісь рішення проти моральності, проти совісті, як оці тушки, які тут сиділи, вони рятують державу. Коли радикальна фракція проголосувала за ганебний бюджет, вона теж рятувала державу. Від того, що став долар, не став по 70, і так далі. Якщо навіть сьогодні спитати бізнес, що їх більше важливо, що вони більше турбує? Зміни до податкового закону. Ви їм прийняли, без нас ми були проти.
Що важливе для населення було? Не зменшувати соціальні стандарти. Ви прийняли їх без нас. Бюджет – це документ, який підсумовує те, що прийняли в податковому кодексі і в соціальних законах. В бюджеті передбачення соціальні стандарти. І була логічна ваша помилка. Ви не проголосували за бюджет. Ви проголосували за бюджет. У нас здесь податками опустили бізнес, і те, що ви не відібрали соціальні стандарти, ось тут проблема. Перед виборами ситуація не улучшиться економічна. От можна два слова? Просто я хотел вбросить еще одну мысль. Вот вы говорите, там, единственный источник деньги МВФ, да? Не, я не сказал, что это одне джерело. Але це, ну, важливе і, можливо, найважливіше. Вот, смотрите, бо, на жаль, дивіться, ринки капіталів зараз закриті для України. Хорошо. Вот, в связи, і ми не можемо випускати євробонди, наприклад. З істочниками інвестування в українську економіку. Там, просто хочу задати питання, може бути, Саша відповість, наскільки це реально. Вот буквально там на днях оппозиционный российский экономист, которого, наверное, многие здесь присутствующие знают и читают, Владислав Иноземцев написал статью, в которой говорит, что если бы четверть капитала, которая сейчас бежит из России, пришла бы каким-то образом в Украину, то инвестиционные потребности Украины были бы удовлетворены. Это так? Я думаю, что это так. Я думаю, что это то, что Михаил Саакашвили имел в виду. Сотни миллиардов уходят каждый год. Нам нужен IMF как bridge, да, то есть просто чтобы провести реформы и закрыть вот это короткое время, в Грузии это был один год, платить деньги, платить зарплату. И, к сожалению, мы не используем это время, а мы просто как кормим обезьянку, да, и не делаем реформы. Соответственно, сейчас у нас очень отвратительный климат для инвестиций. Нам нужно сейчас еще один год для того, чтобы эти реформы начать проводить. Нет, но иноземцы, как я понимаю, дают понять, что в России сейчас инвестиционный климат еще хуже. Поэтому деньги оттуда и уходят. Возможно, но я не уверен, что они пойдут именно в Россию. Почему в Россию, а не в Словакию? Да? Почему в Россию, в Украину, я прошу прощения, а не в Словакию? Почему в Украину, а не в бывшей республике Югославии? Да? Потому что там климат можно? Сейчас, конечно, на самом деле, сделать нужно обязательно, нужно провести те реформы, которые хочет бизнес, нужно провести те реформы, чтобы бизнесу здесь было комфортно, комфортнее, чем где бы то ни было еще. Если есть война, если есть другие какие-то негативные условия, их нужно перевесить тем, чтобы для бизнеса стало что-то привлекательное, чего где-то нету. Да? Это могут быть понижающиеся налоги. Это может быть то, что у нас дешевый труд пока. Это может быть то, что мы инвестируем деньги в образование, в инфраструктуру и делаем для бизнеса абсолютно свободный перелет из Европы в Индонезию и еще куда-то. Да? Для этого нужно создать условия. Но если мы их создадим, то тогда это значит соревнование, это значит конкурс, это значит конкуренция. И вот люди, которые сидят вот там, вот они связаны со старым бизнесом, которые они связаны как-то с государственными предприятиями. Они боятся этой конкуренции, они, по сути, должны будут показать, что происходит. Так, может, они боятся и любого притока иностранных капиталов? Они боятся а притока мозгов, они боятся притока других денег. Знаете, так всех махает. Сереж, давай, если мы сейчас начнем с тобой говорить... Давай. О Министерстве экологии, причем, все, что оно давай, там делало, давай, это ваше... Давай, ваше не наше, давай. Ну как не ваше? Умовчки. Нет, почекай, времени, с каким предприемством я повязан? Поэтому, нет, ты лично, я тебе лично вообще не говорю, у меня к вам лично вообще претензий нет. О, дякую. Я сейчас говорю о ваших политических карах. Это дуже важливый перший крок. Я говорю о политических силах, которые вы представляете. Ну подождите, ваши политические силы стояли у кормушки 20 лет. Ну чего вы от этого отрицаете? Давайте, все же, да? Давайте. Ваш президент был основателем региональной партии, был министром экономики, был министром иностранных дел. Да, хорошо, я не хочу повторяться, просто они были через это. Я буквально добавить хотел, вот плохо не только то, что мы не... Как бы не стоим и не ждем инвестиций с Европы, с Америки, с России в том числе. Но плохо и то, что даже с Восточной Украины, с Луганской, Донецкой области деньги проходят мимо Украины, идут там вот в Испанию, куда-то в Словакию, Словению. А мы стоим и думаем о том, как бы нам вот лучше там потанцевать перед фондом каким-то. Вы о каких деньгах сейчас говорите и о какой именно ситуации? Деньги, которые выходят с так называемых ДНР, ЛНР.
То есть, что это за деньги? Как они генерируются? Бизнес вывозится просто оттуда, выезжает бизнес постоянно. Да? Деньги вывозятся в мешках, там, чемоданах, не знаю, под любым предлогом, но они не остаются почему-то в Украине, они выезжают дальше. И вопрос, почему мы не даем возможность этим деньгам остаться здесь? Ну, вот я как бизнесмен спрашиваю. Речь идет о принятии налоговой реформы либерального типа. И я думаю, что все со мной согласятся, что затягивать с принятием налоговой реформы либерального типа... По такому же самому причине, что вы знаете, когда нам сопротивлялся правительство Яценюка. Помогите нам поменять правительство Яценюка. Подождите, так остается же его партия. До лета проведем либеральную реформу. А что изменится, если останется 81 человек против? С 1 января. И этого люди ждут. А вы предлагаете пойти с ним на выборы. И тогда мы реформ будем ждать еще 5 лет, пока... Людям жизнь нужна уже сегодня, а не через 5 лет. Максим, вы я хотел бы уточнить. Максим, коалиция есть. Вы просто так ратуете второй эфир за реформу, я не могу не поинтересоваться. Вы сколько законопроектов зарегистрировали? 52. И какие из них реформаторские? Абсолютно большинство. А сколько прошло? Абсолютно большинство. Максим, соавтор нашего законопроекта о фискальной либерализации, изменении Южанина. Кодекс Южанина. Совершенно верно. Более того, я соавтор. Я соавтор, инициатор национальной мытницы, об этом, там, полиции. Где убрать финансовую децентрализацию, это все мои законы. Хорошо, мне просто важно было проверить налоговые льготы для Южмаша и многие другие. Спасибо, Максим. Александр Мартыненко. Я бы хотел короткую реплику сказать. Александр Мартыненко, затем вы, Сергей. Что у нас идеологом финансовой Сергей, реформы... Сергей, вы же только что взывали к европейскости своих коллег и контингентности. Что у нас идеологом финансовой реформы есть реформатор Ереська. Вот я просто... Хорошо. У нас есть два момента. Во-первых, по поводу инвестиций. Недавно одна региональная делегация из Украины была в Соединенных Штатах. Она там общалась с разными представителями бизнеса. Так вот, один из них сказал такую хорошую фразу. Знаете, у нас нет проблем, куда вложить деньги по всему миру. Да? У нас есть проблема рынков, куда это продать, то, что мы произведем. Поэтому Украина тут на самом деле действительно конкурирует не только с Чехией, Словакией и Венгрией, хотя они ближе всего, и уже успели перехватить очень много, мы знаем, инвестиций, которые могли бы прийти в Украину раньше. А и вообще со всем миром. И эта конкуренция очень-очень тяжелая. А что касается МВФовской какие-то, понимаете, они же действительно даются не просто так, да, они действительно даются под условия определенные действия, которые должны делать страна. Эти условия достаточно больные и болезненные. И они, это действительно повышение цен на газ. Потому что помните, 15 лет, что рассказывал МВФ, нам надо добиться бездефицитности нефтегаза. Это было главное, единственное условие продолжения программы. Между прочим, почти-почти, вот сейчас ее добились. Но путем чем? Повышение тарифов. Сейчас я не говорю о том, справедливо, несправедливо и так далее. Он стал дефицитным только с 5-го года. Вот. С 4-го года он был бездефицитным. Ну вот, собственно, последние 10 лет это и было. Так вот, эти вещи очень болезненные. И это все прекрасно знают. По опыту реформ в разных странах, МВФовские такие программы, они требуют одного, очень важной вещи. И хотелось бы, чтобы это помнили те, кто о них говорит. Доверие. Этот период можно перейти только в том случае, без потрясений очередных, если население доверяет власти. Если власть говорит, ребят, мы должны подождать год, действительно потерпеть, полтора, пройти этот этап, и после этого начнется рост. Так вот, я хочу понять, а где это доверие? Исходя из того же опроса, который я видел 3 дня назад, средний уровень недоверия ко всем органам власти 75% в Украине. Спасибо. Да, Александр, у нас ситуация с доверием власти была один только раз. В апреле 2005 года. Украину социологи называют недоверчивой нацией. У нас нормой является недоверие всем институтам власти. Подождите, а когда больше 50% проголосовало сразу в первом туре за Порошенко, разве тогда не было доверия к власти? Голосовали и за Януковича, и за Ющенко голосовали, да. Но уже через год у всех президентов Украины рейтинг падал 2 раза. У всех, без исключения. У нас только 2 президента становились президентами с первого захода, что это Кравчук, да? В самом начале истории Независимой Украины. А примеры, когда так быстро и сжигался Порошенко. Рейтинг премьера, вы можете вспомнить? Дело в том, что... Ну, я лично не могу, но я не социолог, не политолог. Я вам скажу одну такую интересную вещь. А знаете, когда и у какого премьера был самый низкий рейтинг в истории Украины? Да, я ценю. Ничего подобного. К сожалению, Юлия Владимировна весной 2009 года, через год,
меньше. Юлия Владимировна едва не выиграла президентские выборы. Едва не выиграла. Так что в украинской политике много чего интересного и странного происходит. Можно сказать? Коллеги, дивіться, мы подходим до завершения эфира. Мы обговорили все, что робити далі. Уметит на наше место. Парламентарі. Дивіться. Может нам пойти уже? А? Лишається тиждень до наступних двох пленарних. Да? Я хочу закликати тут. От давайте ми визначимося. Я звертаюсь до Самопомочі, Батьківщини, Радикалів. Якщо рік кричали, що поганий Яценюк, не перебувайте. Хай звільнить цю посаду, тоді будемо далі говорити. Якщо ви кричали, що поганий Яценюк, а ми вам говоримо, давайте формувати нову коаліцію. Ви сидите в кущах. У вас коаліція є. Ми просимо, давайте брати відповідальність за ситуацію. Це тому, що ви сидите в кущах. Тому вибачте, всі претензії, як зараз формується коаліція, не до Народного фронту і БПП, бо Народний фронт не бере нікого, а до БПП, які беруть, а до тих фракцій, які не хочуть брати відповідальність. Я звертаюся не до опозиційного блоку, з вами все зрозуміло. Я звертаюся до Радикалів, Самопомочі, Батьківщини. Якщо ви не хочете входити в цю коаліцію, тоді скажіть, але не майте претензій ні до Яценюка, ні до інших процесів. Ми сьогодні кажемо, ми даємо 81 голос. Ми готові розглядати нову коаліцію. Але ви повинні визначитися. Можна, звісно. Один маленький простий вопрос. Руководитель фракції БПП, господин Луценко, сказав, що фракція БПП виходить із коаліції до того моменту... Приостанавливає членство. Приостанавливає членство в коаліції до того моменту, поки Арсеній Петрович не пише заявлення об уході. От мені непонятно. От ви зараз говорите, там ці туди, ці сюди, ці йдіть ближче. Вот как вы ведете переговоры вообще, если это основополагающее условие, оно не выполнено? Вот объясните мне, пожалуйста. Танки докладывают. На самом деле, еще раз, тушкованием, про которое мы сегодня говорили. Тушкование было у Януковича, а у нас те а люди, у вас которые сегодня ответственная работа в парламенте. Не политическую, а государственную депутата. Позицию. Нет, государство, а не политиканство. Про тушки не скажу. Не, одно слово. Я просто часто слышу это слово. Я хочу напомнить, что в истории 20 века была тушка, которая стала самым выдающимся, одним из самых выдающихся политиков 20 века. Черчилль. Это Уинстон Черчилль. Да. Поэтому давайте осторожнее вот с этим термином. Короче, тушка, а то у нас вот тушки это сразу. Когда в 2010 году Батьковщина переходила в коалицию, это были тушки. А теперь это ответственные политики. Выходил из демократического лагеря, из тогдашней оппозиции, и вступал во владу режима Януковича. Вот это были тушки. А эти, в чем же ваша демократичность? Объясните мне, в чем вы такие демократы? Вы про эту демократию все время говорите. В чем ваша демократия? Тетяна, а вы были на заседании двух наших спильных фракций? Я не говорил. Господа, вы были на заседании двух наших спильных? Вы сейчас уходите опять в дебри. Нет, важливый момент. Почекайте. Тетяна, вы были на заседании двух наших спильных фракций? Не была. А где вы были в 17-м году? Нет, так питание в тому, що це було в четвер. А я хочу вам сказати, коли очільник нашої фракції задає очільнику вашої фракції просте питання. Пан Березюк, скажіть, будь ласка, а які ваші умови для вступу в коаліцію? Проста відповідь. Закон про вибори, новий склад ЦВК і генпрокурор. Третє вже виконано. Хорошо, ви хочете сказати, що все це країні не потрібно? Ну, потрібно. На питання в тому. Пане Березюк, якщо ми от зараз приймаємо рішення і виконуємо ваші вимоги, ви йдете в коаліцію? Ні. Тоді поясніть мені таку позицію. Якщо з вами ведуть перемовини і ви висуваєте вимоги, Владислав, от, а при тому, ви кажете, що ні, ви не будете голосувати. А мене пугає то, що ви готові прийняти, в общем-то, три закони, які, як по мені, нужны нашому обществу. Безумовно. Так тільки в обмін на то, що к вам прийдеться самопомощ. Ні, це умови самопомощ. Ви ущербної логіки не видите? Ні, це умови самопомощі. Вони виставляють свої умови. Проблема в тому, що... А чому ви не розглядаєте це просто предложення прийняти три хороших закони? Безумовно. Але при тому, Алексей, вони висувають умови для повернення в коаліцію. А я хочу закончити. Позвольте. А далі кажуть, у нас буде уряд меншості, який формально неможливий за нашу конституцію. Я думаю, ніхто не хоче вводити в історію, як чоловіка, ніхто навіть не збирається думати про те, що нам потрібен цей закон. Друзі, я хочу всіх перебити, тому що вижу, що хоче взяти слово Євгенію. Ви знаєте, господа, хорове пение – це моє... несостоявшееся увлечение. Так у нас сложилось, что перебиваю я лучше, чем Евгений. Не получилось слухание. Спасибо, Алексей. Я все-таки, вы знаете, вот я, честно говоря, в растерянности, потому что
Я ставлю себя на место, ну, в хорошем смысле, нормального украинского обывателя, который вот не смотрит все выпуски новостей, он не живет целый день в Фейсбуке. Я думаю, что вот такой человек, который, ну, пару раз на минувшей неделе посмотрел новости, что-то почитал, там, видел обложки каких-то газет или журналов, он на самом деле был в уверенности, что уже почти все решено, что есть кандидатура премьера, что вот-вот будет двухпартийная коалиция, осталось там набрать, там неважно, тушки, не тушки, как ни назови, главное, в печку не сажай. Но вот я, например, теперь возвращаюсь домой после этой передачи в состоянии полной растерянности. Потому что у меня такое ощущение, что ничего не решено, и на самом деле на следующей неделе нас ждут какие-то новые... Президент вернется новые... из Японии, вот тогда и будет если решать. Вернется, мы, помните, мы говорили, что может они вернутся в знак протеста против столь организованной работы. Почему-то есть полное ощущение того, что и через неделю мы встретимся со словами коалиции нет. Дуже швидко. Є ключове питання, яке може дуже швидко вирішити проблему, навколо якого все крутиться. Якщо, шановні колеги, вважають, що два попередніх роки уряд здійснював правильну політику, то ніякої коаліції не буде. Якщо вони визнають, що два роки були помилки і політику треба міняти, тоді можна буде щось знайти. Тому що питання не в розподілі посад. Візьміть собі, призначте вашого прем'єра, ви отримаєте вашого спікера і міністра внутрішніх справ. Але якщо ви будете, ваш уряд буде проводити таку саму хибну політику, то, на жаль, нічого не буде. У нас залишається минута, простите, останній вопрос, позвольте Олександру Мартиненко. Скажите, пожалуйста, Олександр, вот, ми сьогодні вспоминали, самый длинный политический кризис в Украине был в 2006 году с конца марта по начало августа. Рекорд будет побить? Какое ощущение, вот, глядя на то, что происходит сегодня в студии? Нет, не будет. Ну, хотя, кстати говоря, знаете, что тогда создавшая коалиция носила название антикризисное? Мы тогда думали в 2007 году, что это был кризис, понимаете? Господа, все. На сегодня все. Всем спасибо. Все свободны. Всем спасибо.